Че, мы готовы, брат? Да, я. Все, давай, мы тогда замутились. Хорошего тебе знакомства. Все, мы тебе не мешаем, пока. Давай, мужчина сексуальный, пока. Я думаю, если ты оценишь. Если я скажу скип, вы сами скипните? Да, мы сами все сделаем. Не-не, тебе надо брать его и выкидывать. Не, ну ты, да, ты не... Говори ему, и знаешь, что говорим, ты лузер. Да, ты не торопись. Все в твоих руках, пока. Да, в любом случае, да, там, познакомься. Замуйся. Давай, все, да, все, давай. А что дальше делать? А дальше природа сама все расставит на свои места. Меня аж трясет. Бля, алло. Алло. Здравствуйте. Привет. Оп. Здравствуйте. Просто яичко и широко. Отлично, у вас как? У нас одинаковые, кстати. Да, я заметила. Да. Меня зовут Дима. Приятно познакомиться. Я из города Стрежевой. 40 тысяч населения, есть своя машина. Ну, пока квартиры нет, но коплю. Угу. Вот. Сейчас в данный момент проживаю в Сербии. Своя машина. Волнуюсь, конечно, тоже, как и ты. Так, чем я тебя могу удивить? Что за машина у тебя? Опа! Сразу, блядь. Она сейчас охуеет. Деонексия, блядь. Прям, наверное, которую ты думаешь. Деонексия. Хорошая. Добротная тварь. Знаешь, как она выглядит? Ну, вполне. Ну все тогда, кайф. Ну все тогда, блядь. Блин, я не знаю, вот начать подкатывать тебе прям с коронки или сначала с такого... С коронки зубной Пелмора. Давай у чата спросим. Они чё выберут. Не, ну я могу, конечно, все типа рассказать, но просто мы можем не дойти до всего. Типа трахаться начнут. Пишут, с коронки надо, давай. С коронки? Да. Ладно. Знаешь, что я сделал первым делом, когда Слава меня позвал на подкаты к тебе? Что? Кончил. А дальше? При виде тебя у меня появилось резкое желание стать астронавтом. Бля. Как-то ты слабо готовилась. Не, ну я реально сам придумал все. Да. Давай еще, слышишь? Телеграм написал, тебе напишите мне подкаст. Того же время мало. У меня уже есть частичка тебя, ведь я играю на Лунасе. Это бустер оценил. Без меня ты будешь как Луна в треке Шуры. Холодная и одинокая. Нормально, слышишь? Давай что-то поинтереснее. Ну, пока очень мило, мне нравится. Кроме первого. Зато скиллзу охуенно был. Мне только первый. Мило, я думаю, тебе понравится более жестче. Опа, пошел лысый доминант, блядь. Видно. А у тебя нет парня? Не знаю, может есть, может нет. Понял. А так у нее парень, Слава. Может найду сегодня, у нее нет, как раз таки. Ты можешь опустить свой шанс. Надеюсь, ты найдешь. Да, спасибо большое. Не, ну просто я как бы этот, ну не хотел на самом деле бы девушку, потому что я Сигма. Ага, а можно Лунасе там? Слава. Не выкидывай. Мы не понимаем, Слава. Давай. А можно Лунасе там? Алло. Ну так, слабовато пока, не считаешь? Ну слушай, человек... Почему он скончил, вообще кайф, нет? Ты представляешь, он настолько, блядь, ты ему настолько нравишься, что он специально подрочил перед тем, чтобы с тобой потом общаться. Да, причем, это вообще имба. Причем он на самом деле, типа, ебанутый твой фанат, он просто, ну знаешь, не хотел, типа, да, странно показаться. Знаешь, у него, он обычно стримит с твоими постерами. Знаешь, Никоглая, Да. Вот он брился вместе с ним, тоже в поддержку его. Ты не брилась, кстати? Ну, как видишь. Тогда много кто брился. Кто очень переживал, видишь? Ну, такой хороший, добрый парень. На самом деле, ну, да, рассмотри, у него еще машина здоровый, в порядке. Так, давайте следующего. Да, давай. Так, все, мы замутились, давай, хорошо тебе пообщаться. Давай, все, пока. Давай. Бля, брат, ты видел, когда дышит, блядь, вообще? Брат, нахуя с ней постоянно прощайся, если так говорит, пока, она говорит, давай. Давай. Он меня будет каждый раз сейчас так говорить. Поехали. О, бля. А что, блядь, никого нет? Как это никого нет? Я честно не знаком с творчеством этого человека, но Марк сказал, что это за лос. Ты, конечно, чуть перепутал, я 14-й, ну да ладно. Привет, Лун, прекрасно выглядишь. Спасибо большое. Он что, без вебки? Меня видела. Не, давай. Без вебки полная хуйня. Так, оп, не видно меня, секунду, подожди. Сейчас я поменяю тут. Как у тебя дела?
Нормально. У тебя как? У меня вообще отлично, супер. Не, все, подожди. Нет. Полетело. Сейчас я поменяю тут, потому что, видимо, не хочет почему-то через... Какой клоун ебаный, блядь. Я теперь понял, почему у него суд. Оп. Все, по идее, ты меня видишь. Привет. Кованский. Привет. Прекрасно выглядишь, супер. Меня зовут Руслан. Очень приятно с тобой познакомиться. Вот, я очень на самом деле рад. Смотри, начнем с того, что я чуть-чуть буду по-другому работать, нежели другие ребята, вот. Потому что я привык, что, ну, знаешь, подкаты могут любые сделать. Угу. Сказать можно в уши, что хочешь, вот. Угу. Но главное — показать действие. Потому что от действий зависит, как будет все. Вот, смотри, я для тебя небольшой трек записал, вот. Буду рад, если ты меня выслушаешь. Правда, очень будет приятно. Смотри, я тебе сейчас демочку дам. Тебе надо будет зайти и просто послушать. Вот. Да, да. Я очень старался, ребята мне помогли. Там надо нажать тебе посмотреть демочку. Она думает, что он ее взламывает, смотри. Мне нужна помощь. Да, помощь. Мне нужна помощь, блядь. Мне надо как-то послушать песню, которую скинуть. Я на демочке показываю. Ебать, Бакамоле уже там, сука, все, вот переделся. Фотография там появилась у тебя? Да. Включил демку? А я не вижу демку, в смысле? Пока ничего не слышал. Он включил демку? Ничего не слышно, я включаю. Вот, надеюсь, тебе понравится. Я старался. И ребята тоже старались мои. А, во. Когда ты улыбаешься, ты выглядишь очень мило. Ты сделала грудь, да, я сделаю тебя счастливой. Ты дамажишь своей красотой, как будто бы крапива. Если тебе изменю, сделаю все, чтоб ты просила. Я посмотрел свет, появился чай и стал живее. Я купил тот курс по похудению и стал жирнее. Я создавал свои рекламы, ведь поверил. И на следующий день они стали еще жирнее. Я один из тех, кто лайкает все твои сторис. Я тоже плачу, когда вижу в инсте твои слезы. Я тоже плачу. Я тоже плачу, когда вижу в инсте твои слезы. За сканер луну на 600 тысяч ехал в Литву. Но я отдам скоро обратно, ведь тебя люблю. А то мне извини, сказав на сори, сделал хуйню. И подарю цветы с запиской луна по my love you. Луна, я же долбоеб. А помоги мне, и не спали без тебя в одиночку в Литве. Луна, я же долбоеб. А помоги мне, самый лучший выбираем. Луна, я же долбоеб. А помоги мне, и не спали без тебя в одиночку в Литве. Луна. Вот, как ты поняла, я тут, наверное, единственный, кто прям вот, я с Европы, я родился в Европе и живу тут. Прости, но... а можно аппарат настроить? Прости. А? Давай, ничего. Тебе время надо? Все? Нет. А, вот, чтобы меня было видно. Я тут, смотри, я просто единственный, кто тут в Европе, я прям родился тут и живу, вот. И у меня есть вот одно действие, сейчас я погромче тебя сделаю на колонках. Вот, я старался, когда узнал, что будут подкаты к тебе... Как бы старался сделать так, чтобы все было прекрасно. И вот. Это мой паспорт литовский. Я хочу его поменять ради тебя, чтобы быть рядом с тобой. Подожди секунду, тут заминочка у одного молодого человека. Вот. Ради тебя я поднял все связи, чтобы получить этот паспорт и быть ближе к тебе. Надеюсь, когда-то я увижу хотя бы тебя на пару минут, и мы выпьем просто с тобой кофейка. Я буду очень рад этому. Вот. Мило, спасибо тебе большое. Было очень приятно. Вот. Надеюсь, следующие участники тебя тоже так же порадуют. Спасибо большое, Славе. Спасибо тебе большое. Все, приятного тебе вечера. До свидания. Давай. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу.
в том, что ну, на Твиче никто не обижается на все. Допустим, да, говори честно. Эвелон уебан. Да. Ну нет, нет, конченый я так гандон. Не скажу. Нет, скажи. Почему? Просто, смотри, нет, скажи. Я раскрепляю. Нет, скажи. Скажи, скажи, Эвелон выблюдок. Скажи. Просто скажи, скажи, Эвелон выблюдок. Он сам просит, скажи. Скажи. Нет, скажи. Давай, скажи. Я даже чуть расслабиться просто, чтобы чуть посвободнее дышалось. Да нет, все нормально. Нет, парень хороший. А но Эвелон не выблюдок. Мое. А. Не твое. Все, понял. Не, не мое. Ладно. Но хорошо. Наушники у него хорошие. Угу. Какие у него? Согласен. Я тоже брелнулась? Не. А, блядь. Ой, бля, я перепутала с другим. Да. Ну да, да, да. Всякое бывает. А, хорошо. Тогда следующий участник. Желаю давай. Тебе хорошо с ним пообщаться. Давай, надеюсь, он будет давай, еще интереснее. Пока. Очень, очень интересный участник. Я думаю, тебе понравится. Все равшаны именно ждут. Брат, она мне она не ответила. Я тоже жду очень. На сильно. Что, брат? То, что Эвелон... Она пока не ответила. Так, блядь, сейчас я отключу режим стримера. А, все, вижу. Поехали. А кто сейчас? Бля, я не могу его почему-то мувнуть, что за хуйня? А, брат, это все, кто там сидят? Не-не-не-не. Мяу. Здравствуйте. Не удивляйтесь, что меня слышно, как будто я на подводной лодке. Это, ну, все в порядке. Это прикольно еще будет. Я сейчас включу. Это прикольно. Бля, надеюсь, что он будет голый. Она, кстати, тоже фитоняшка же, да? Она же занимается фитнесом. Так интересно, кто как выглядит. Опля. Здравствуйте. Меня зовут Данила. Я прилетел сегодня на крыльях любви прямо к вам. Эту розочку. Я думаю, вы не достойны одной розы. Вы достойны гораздо большего. Поэтому чуть-чуть попозже я покажу, чего уже вы действительно достойны. Я, ну, что могу рассказать о себе. Как вы видите, я живу в замке. С окнами, без дверей, нахуй. Из каменных блоков собранный. Потолки 8 метров, своя резиденция. Так что я, ну, самый богатый, перспективный молодой человек из всех представленных. Немножко занимаюсь спортом. Так, слегонца. Поэтому я отрастил себе такие крылья. Я думаю, это понятно. С чего бы я хотел начать? Во-первых, прекрасно выглядите, только, к сожалению, я не знаю вашего имени. Меня зовут Лина. Лина, прекрасное имя. Я считаю то, что вы действительно достойны гораздо большего. Я немножечко подготовился. В первую очередь я бы хотел подарить данный букет вам, прекрасной даме. Но как-то странно один букетик дарить. Я подготовил чуть-чуть побольше. Такой на выбор, допустим. Можно. Вы сами? Экранный диктор, подожди, у меня тут. Ох, блять, а нахуй он со мной общается. Подожди секунду. Выйти из экрана. У меня кто-то общается со мной. Это такое. Подожди. Вот, например. Вот, например. Ну что, бабушку то обворовал, подожди. Блядь. Ох. С 8 марта был, блядь. Не все продал на складе, блядь. Она ебала просто. Горшком, блядь. Нахуй надо. А, в общем, а я вы... думаю, с такого количества вы достойны. Меня можно не видеть за количеством такого цветов. Я сейчас попытаюсь до вас добраться. Давайте. Давай, давай, добирайся. Здравствуйте, со мной экранный диктор зачем-то общается, но это не самое важное. С кем он общается? Ладно, не суть. Какой профиль без названия? Подожди, а где моя мышка? В общем, пока мы сидим, давайте я начну с козырей. Я мышку потерял, пиздец. Ладно, я никого не вижу, ничего не слышу. Я хочу... Не волнуйся. Я волнуюсь. Как будто чувствуется. Я. Ладно, пусть будет так. Все по-вашему, сегодня ваш день. Блядь, я хочу вам продемонстрировать данный труп. Просто закричи и все. Да-да. Это означает то, что я буду с вами на связи в любой момент. Как она работает? Вы, допустим... Попали в какую-то неприятную ситуацию. Позвонили мне. Алло. Алло. Я всегда на связи, моя молодая. Моя маленькая, моя прекрасная. Я всегда на связи, поэтому можете мне звонить в любое время суток, я отвечу. Нет! Также, учитывая то, что я занимаюсь спортом, вы должны понимать то, что вы будете за мной как за каменной стеной, если... Мало ли, там, идем по переулку вместе за ручку, там, выскакивает огромное количество бандитов. Так как я довольно крепко сложен и подтягиваюсь на турнике, я могу сразу убежать в зал. Там уже потом созвонимся, порешаем, может быть, что из этого получилось. То есть, как бы, в любом случае. Вот. Что еще бы я хотел сказать? Также я довольно хорошо в моде разбираюсь, сейчас я это продемонстрирую. То есть, к сожалению, я не слышу, я не настолько богат, чтобы иметь Bluetooth-наушники, но это не суть. В общем, такой лук на сегодня прекрасный.
Ну, естественно, как лук дополнять? Обычно девочки дополняют какими-то прекрасными бретельками, либо шпильками. У меня немножко я подальше пошел. Вот у меня такие прекрасные тапки. Если что, я могу переебать кому-нибудь. Ну, то есть они такие увесистые, ну, как гирьки, знаете. Да, я хочу, чтобы он крикнул, могу, брат. В принципе, кому-то поддать. Вот. Также я немножко разбираюсь в юморе, но это не суть важна. Могу рассказать анекдот? Давай. Вот я только хотела спросить. Может, давай, сказать, может, давай. Слава, готовься осуждать. А, что общего между Зевсом и наркоманом? Надо что, реально? Они оба по ночам долбят Геру. Осуждаю. Его не слышно. Осуждаю, блядь. Его не слышно. Алло. Тебя не слышно. Блядь. Ну ладно, не суть. Брат. Прости, я с того света. А можешь удивить ее, покорить своим прекрасным криком? Своим микрофоном. Я думаю, она кайфанет. Позвони по телефону еще раз, пожалуйста. Позвони по телефону. Просто дай ей звука. Подожди секунду, у меня мышки нет, вот в этом проблема небольшая. Блядь. Сейчас я ее откопаю, где-то плитат, который я для нее подарил. Ёбаный в рот. А у меня вообще мышка была до этого? Какой пробел у меня? Блять, я розу погнул. Ёб твою за ногу, ну и ладно. Подождите. Кстати, я повелитель звуковых барьеров, вы это знаете? Ну, в принципе. А будто время мало, давай. Кричи, или что там попросили тебя сделать? Ну как, блять. Секунду. Ладно. Сейчас мне нужно сделать одну небольшую настройку в Дискорде, чтобы данные ультразвуки были слышны. Выйти из экрана, блядь. Так, что, вы все готовы? Я захожу в голос обработку. Я захожу вот... Угу. Потом я захожу вот эту галку, убираю сраную, чтобы шумодав меня не уничтожил. Ты готова? Такая же заебана, я так же настраиваю. Мне понравилось. Надо было с этого начинать. Кстати, ну давайте я сразу с козырей немножко. Можно еще раз? Готовы? Да. Такой ротик у него большой. Смотрите. Ну я немножко вот задушню, да, выебываюсь. Ну раз уж мы играем такой момент, что альфа-самцы там пытаются помериться писечками. Хочу обратиться к бородатому Равшану. Ну и рассказать вам немножко про него информации. Данный человек вызвал меня на бой по боксу VR. И дает заднюю, к сожалению, боится немножко, вот. Ну, просто, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело. Также я хочу все-таки продемонстрировать настоящие крылышки. Так, ебать увесистый, да, падла? Уй-ля-ля. Ля, мразь какая. А, у меня, блядь, стул летающий на турнике, ее. Ну, в общем, все. Я Сигма, кстати. Не, ну это тогда все меняет, блядь. Блин, ебать базуки, как у меня практически. Да. Мне похуй. Я про Славу имею. Да похуй. Ну что, брат, ты закончил? Ну не закончил, конечно. Там нужно чуть больше как бы всего проделать для этого. Чуть-чуть больше, да, нужно времени, чтобы ты кончил? Ух, ебать, подожди. Ну можно считать, что да, уже все. У нас, кстати, одинаковые, что? Ну, я верю, да, в а эту сколько хуйню. У тебя вес, брат? 65. А рост? 169. У тебя вес 65? Да. Ебать, ты перекачанная креветка. Кстати. А сколько у тебя вес? У меня? Да. 46. О, нормально. Только я представляю боевых дворфов, поэтому если вам не нравятся маленькие люди, то я позвоню куда надо, и мы приедем толпой. Ну просто, типа. И встанете друг на друга, да, как-то да. Да, да, да. Дерзкий, тебе чисто шумом надо было оглушить. Это было охуенно. Да, можно еще раз? Мы... Напоследок, на бис. Раз, напоследок, на бис. Блять. Короче, что? Вы готовы? Да, мяу. Да. Ну давайте, все, да, ебаните, 169 рот нам. Да, 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 да. Давай, брат. Ааа!
сейчас это разъем. Хорошо. Блять, я вспотел. Смотри, смотри, ты мог эти что, вот так три раза просто сделать, это было бы хуяно. Ничего не надо было говорить. Да нет, я чуть-чуть больше козырей решил. Никто вообще не ждет слов. Это самое главное. Ебать. Ну вот эту хуйню видно вообще было? Ну ладно. Все, спасибо огромное, всех обнял, приподнял. Пока. Давай, спасибо, бро. Пока. Кикайте меня нахуй. Давай. Я сам не выйду, потому что мне похуй. Ну что, хорошо, как тебе этот мужчина? Да, я вот представляю, представь, если он во время секса так делает. И так трясется, понял? Он как вибратор может работать. Просто прикинь, вот он качает, вот так орёт и просто... Бля, ты представь, это же мечта женщины, это же реально вибратор лысый. Это ж пиздец вообще, понял? Причем он как раз типа по колено. Он понял, да, он может просто руку положить вот так, знаешь, туда, куда надо, и начать орать, и вот так трястись, бля, и все. Это тебе понравилось, короче, первый, да? Из всех. Ну пока он такой, ну, веселый. Да, который понравился, да? А тебе нравится лысый, вот сразу, чтобы понимать, потому что нет. Может... Не нравится, да, лысый? Ну нравится, когда короткая стрижка, но лысый прям нет. Не, ну такие, знаешь, короткостриженные, да, нравятся? Ну короткостриженные, да. Ага. Хуя ли лысые не нравятся? Лысые нормальная тема, ёпта, я не уйду, алло. Тебе нравятся лысые? Нравятся? Нет. Ну в пиздец, блядь, ладно, похуй, я Сигма, пока. А рост важен у мужчины? Вот он сказал, что он 169. Ты, на тебя... самом деле нет, мне без разницы. Ну главное, чтобы не ниже меня, потому что я 1.51 метра. Только что меньше было. Нет, килограммы были, да, я помню. 1.51 метра, 46 килограмм. Я бы охуел, если у него рост был бы 46, брат. Прикинь, 46. Так на стуле стоит, блядь. Она сейчас на самом деле стоит, чтобы вы понимали, она не сидит. Так, ну что, следующий участник? Да, давай. Мне вот этот с этим было очень смешно, а остальные немного стеснялись. Ну сейчас посмотрим, какие дальше будут. Все равшаны ждут. Давай, поехали. Пока. Пока. О, сработало, брат. Еще 150 плюс. Участник моего ролика на Ютубе зашел, блядь. Ну и по совместительству участник пиздатого сквада. Так, все, вроде камеру включил. Привет, Луна. Меня зовут Макс. Привет. Стримлю на Твиче под никнеймом Skylaunch 3. И сегодня, получается, я буду к тебе подкатывать. Думаю начать с подкатика про Арни. Он, короче... Блядь, как вы нахуй заебались эти подкасты про Арни, блядь. Думайте же что-то нормальное. Спасибо. A few moments later. Блять, ну как знал, в пизду эти подкаты про Арни, нахуй их вообще придумали. Окей, базару зира. Посмотрел я, собственно говоря, на моего прошлого оппонента, на моего прошлого соперника, на Дерзко. Не, парень он сильный, базару зира, но могу тебе пообещать одно. После нашей с тобой встречи ты будешь кричать громче, чем он, Larry Go, Larry Go. Что, забоёк? Какой нахуй Larry Go? Ты заебался этой хуйней уже. Нормально, общайся. Короче, Луна, я знаю то, что ты в детстве хотела стать ветеринаром, да? А ты можешь приехать, а то у меня начальник собака сутулая. Чё? Ничего. Короче, окей. Так, начнем, я думаю, с подкатов. Я, собственно говоря, поискал о тебе информацию, да, первый же сайт в интернете дал мне такую информацию, что ты 154 сантиметра ростом. Так вышло то, что я 196, и у нас разница ровно в 52 сантиметра. Ты сейчас можешь сказать, типа, Максон, ты долбоеб, у тебя что-то проблемы какие-то с математикой, там 42 сантиметра, да, собственно говоря, 42 сантиметра. А я, долбоёб, там 42 сантиметра. А я тебе скажу, Луна, попробуй найти мою десятку, Larry Go, Larry Go. Какой еблан, боже. Все, хватит. Братуха, а куда без Larry Go, Larry Go-то, ну? Ну... Бля, да. Ну мы же репетировали, сука. Бля, сори. Короче, все, иди, все, нет. Короче, так, все, иди, встань назад. Какие долбоёбы. Так, неплановая ситуация. Короче, ладно, сейчас... Окей, давай так, смотри, Луна. А какие у меня наушники? Подскажи, пожалуйста, марку. Лунаси. Нет, Луна сиськи покажи. Оно. Окей, хорошо, Лун. Я заранее знаю то, что у нас с тобой будет пиздатая пара, потому что у нас с тобой уже есть куча всего общего. Например, у тебя трешка на груди, у меня в центре SPP. Сука, ты нахуй лучший, бля. Ладно, короче. Ладно, хорошо, давай дальше. Смотри. Честно, Луна, я вообще не шарю. Сука, ты нахуй лучший. Честно, вообще не шарю. Но если ты попросишь, мы с моими хоумами устроим тебе полный Dream Team Хаус! Larry Go, Larry Go! Лунаси! Лунаси? Все, тихо, ладно. Лунаси так лунаси. Мимо. Смотри, хорошо, мимо так мимо. У меня есть еще друзья. Давай я просто тебе от них трючок включу. Не от меня. Нет,
Нет. Ну, пожалуйста, это не от меня. Скипаем. Слава, блядь, ты где там? Слава просто в моменте вот так вот сидит. Ну, алло, прости, алло. Мы хотели дать ему шанс, но видишь? Да, 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 да. Да. Он что-то да, прибыл. Такая, слышь, ну ты с яйцами такая, слышишь? Да, сразу лошару нахуй послала. Но он, правда, но он правда заготовил трек с клипом. Ну нет, он, знаешь, что прикольно, хочешь, да? Мне понравилось. Точно нет, точно. Точно нет. Ладно. Все. Может, в конце посмотрим, если ты будешь в конце хорошем. В конце можем, да, давайте. Да, хорошо. Да. Хорошо, хорошо. А внешний как тебе вот такой человек? Не, вообще понравилось, я просто не люблю шутки так подобного рода. Там. А какие? Вот он говорит то, что там даже не от него. Там видос от, ну, так скажем, ну, на Ютубе, по сути. То есть его друзья записали, они просто не могут тебе подкатить по некоторым причинам. Может быть, он все-таки вернется и включит? Это не от него, то есть. Ну, если прям вот мимо, я сразу захожу, выключаю. Ну, давай, если мимо, то... Да, ну, если прям если сразу нет... говорю, прям в ту же секунду его кикаю. Поехали. Давай. Возвращайся, Skylounge. А что ты ливнул-то с Дискорда, блядь? Луна, а, слышишь? Я тебя кикнул с Дискорда, ебать. Тут в чате спрашивают, что ты говорила, что твой мужик должен зарабатывать от 3 до 5 миллионов. Это правда? Я такого не говорю. Я сказала, что я бы хотела столько зарабатывать для комфортной жизни. А мужик сколько должен зарабатывать? Ну, очевидно же, больше, чем женщина. Ну, мне никогда не важно было, сколько мужчина зарабатывает, потому что я финансово никогда не зависела от человека. Ну, допустим, если мужик 30 тысяч делает. Как неху ну, вообще? Ну, за полтора месяца. Да, блин, если я влюблюсь в человека, мне вообще, я ему сама помогу. У меня всегда так было. Базар. Skylounge, хороший вариант для тебя, давай делай. Заебись, братуха. Че, я могу, да, просто вот тречок пробить? Да, врубай демку. Все, то есть ты для нее полный хуйсос, но, может быть, у твоих кентов есть шанс, так сказать, ну, дай поразить ее. Ну, хотя бы кентов получится. Да, ты для нее прям говно. Луна, скажи, ты говно. Нет. Скажи ему, скажи, нет, отлично. Скажи. Нет. Не буду так говорить, Слава. Извините, говно. Извините. За что? Минуточку внимания, пожалуйста. Спасибо. Мы посвящаем этот трек. Кому же? Лунаком. Вот. Кубаха, навали валюме. Это Кубаха и Фэндос. Без этой мюзик, все съебасос. А кто стоит без фонда? Это Лунаком. Увидел себя, встал в горле. Не слышно? Я тебя не слышу. Что ты там? Слава. Как это я слышу? Слышно. Нет, все. Почему? Слава, у тебя слышно? Накрути громко. Она... А ты открыла это просто? Наверное, не открыла это. Да, мне вот только что открыли. Да, я да. Никогда не с компьютером, поэтому я не умею. Не, компьютер страшная вещь, лучше вообще не напрягайся. Согласен. Че, с самого начала, может быть, ебнем? Ну, поехали. Извините, извините. Минуточку внимания, пожалуйста. Мы посвящаем этот трек. Кому же? Лунаком. Вот. Кубаха, навали валюме. Это Кубаха и Фэндос. Без этой мюзик, все съебасос. А кто с нами в Дискорде? Это Лунаком. Увидел себя, встав горляком. Луна, ты реально топчик. Глянул твой сторис, бля, пролил сиропчик. Неси тряпку, хули. Луночка, тебе обращаюсь, зайка. Ты наша кошечка. Луночка, ты наша крошечка. Луночка, поешь сокрошечку. Приятного аппетита, зая. Подкат у бустера, Март 24, лей мы не выкупили, фэн на мощкере. Мы делаем заут, раздаем стилька, славян бахую, но не килька. Ей, это ПЗТ рекорд, шатаут, пацаны, малый скалауч. Твич, разбаньте, пожалуйста, я не виноват. Я готов на колени встать, пожалуйста. А сейчас мой друган Фэндик раздаст грязного телька, ваши чистые ушки, погнали. Сообастер, я слышал, ты даешь мою строю в рот. А Луна меня очень сильно зацепила, так сказал бы, что даже водила. Жестко ворни, ты тогда ходила, но в итоге отпустила. Луна, ты же нас любила, зачем ты поступила с нами как-то некрасиво? Смотрели на тебя, нам было очень боязливо. Йоу, мы любим тебя, как безумно шаман. Большие сиськи, это все, что нам надо. Кончу на фотку с Луной, блядь. Сначала потом, затем снова опять. Как сказал Бастер, любви достойна только мать. Но я не согласен опять. Любви достойна также Луна. У Бахи есть кеш, иди нахуй отсюда. Да он прямо как Будда. Хочешь с ним фотку? У нас есть Луна. Навсегда буду честен, не пишу доносы. Я что, бесчестен? А еще у меня маленькие сиськи, я блондинка. И пока. Лунаком, короче, Фэнди и Кубаха тебя очень сильно любят. Ты топчик, ты красиво. А Бастер дает в рот мусору. Все, пока. Ну что, все, спасибо большое, всем пока. Да, спасибо, брат, жестко сделал. Красавчик. Слушай, да, зря легенда, тебя, Скаланж, как всегда. Зря я тебя, конечно, уговаривал это послушать. Я до этого всегда говорю, что кринжа не существует. И его реально не существует, нахуй! Это на другую аудиторию просто. Да, это разъеб. Но тебе не понравилось, да, видосик, наверное?
Могу сказать то, что спасибо, что они постарались, пытались сделать. Нет, ты понимаешь, ты говоришь не так, как говорят на Твиче. Скажи, типа, это выблядки твои ебаных. Да, говори честно. Говори честно. Я никого не обзываю. Говори честно. Говори честно. Ты же так думаешь, понимаешь, просто скажи, да это говножуи ебаные. Нет, ну, по факту, они там много переборщили. Ну, говножуи. Вот, понимаешь? И сейчас все такое, да. Да, так и есть, понимаешь, правильно? Скажи, хуесосы ебаные, блядь. А на Твиче обычно все хуесосят? Не, ну по-другому к этому относятся. Ну в смысле, это же просто пиздёж вообще. Ну, ничего такого. Скажи, вот смотри, прошлый участник был Skylounge. Он лично сказал там про сиськи твои что-то говорил. Ну то, что не надо, не хочется, да? Скажи, ты Skylounge гандон ебаный. Нет, да пусть что хотят, говорят. Просто одну тему форсить. А что плохого? А что плохого, что говорят про сиськи? Что в этом плохого? Я не говорю, просто прикинь, только про сиськи говорить как будто бы скучно. Ну а представь, если подкаты все три часа были про сиськи. Ну, это скучно. Представляешь, есть шанс на стриме себя проявить. И ты проявляешь себя в том, что ты говоришь, я кончу на сиськи и так далее. Ну, блин. Кто говорил, что он кончил на сиськи? Ну, что они там пели, я не понимаю. А-а-а, ты сама себе уже придумала. Ну, ладно, давайте следующего. Все, давай, мы пошли, я отправляю тебя к следующих, так скажем, участников. Давай, пока. А вам самим понравился? Нет. Да нет, конечно, хуйня полная, блядь. Ну, начало было неплохое. Такое интересное. Все, давай. Пока. Привет. Блять, пока не сработал. Так, а я могу? Сейчас, подожди секундочку. Привет. Так, Слава, как у тебя на трансляции? Что на трансляции? Так, все, отлично. Надо знать, в какой стороне луны, наверное. Приветик. Бля, он тебя опять будет трусы рвать, нахуй. Сейчас, подожди, чуть-чуть. Да. У тебя очень хорошая камера. Не может быть такого. Спасибо. Блять, сейчас опять будет трусы. Ты знаком, да? Клянусь. Наверное. А, тогда можно я хакну твой домен и войду прямиком в твой пусиком? Понял. Так и знал, блядь, что это будет. Выводите его, Андрюха, Володя. Андрюха, Володя. Хорошо. Бля, Андрюха, Володя, респект. Каю, конечно, вообще. Жесть. Ты такая сладкая, что рекламу Ferrero Rocher снимали в твои киски, поди. Блять, опять да. Понял. Это, короче, я знаешь, что скажу? Я ставлю жопу, что я лучше твоих бывших. Я ставлю жопу, что я лучше Равшана. Ой. Все, мужики, без продолжения. Фух, ё-моё, там уже статрек образовался. Луна, все хорошо? Да, все отлично. Все, главное, чтобы ты себя комфортно чувствовал. Вот. Да. Ты признаюсь... меня заставляешь уже улыбаться, тебе огромный плюс. Найс! О, блядь. Ой, извини, я просто пообрадовался чуть-чуть. Я признаюсь честно, я никогда не видел лунное затмение. Поэтому можешь сесть мне на лицо? Понял. Хорошо. Так сейчас просто честно отвечай. Вот прям вот по факту честно ответь, пожалуйста, мне. Вот просто, неважно там, что за вопрос, просто отвечай. Ты случайно не пьяная бомжиха? Правильно. Такие, как ты, на дороге не валяются. Ты случайно не комментарии? Оф, не стрим, ебаная бездарность. Просто меня тоже очень сильно задело. Ты такая сладкая, что будет после отлиза у меня появится кариес. Блять, ебаная микроб, что ли? А. Это мило. Найс. Короче, ты же шаришь за Симпсонов? Ну, не особо как будто, а что? Смотри, короче, расскажу тебе историю. А Симпсоны, вообще там дофигища серии вышло, и они предсказывают, короче, будущее. Прям вообще, прям все абсолютно. Сейчас новая серия вышла, сейчас посмотрим. Сейчас. Энсай и Лумаком будут вместе. Найс. Вот, предсказали чуть-чуть будущего. Очень милые парни у тебя стоят сзади. Как зовут? Володя, Андрюха. Все. Ты случайно не жертва? А то я бы замочил твои трусики.
Сука, какой долбоёб. Ладно, смотри, вот Слава говорил, то, что на Твиче там не обижаются, там типа похер, можно хейтить, все дела. Ебанат. Вот, короче, секс со мной, это как стримы бустера. У меня вот такая же залупа. Блин. Типа, ладно, типа я залупа. Да, да. Все, я понял. Ну что, я все закончил, в принципе. Вот ты у меня тут развешана везде. Вот, ты очень милая, красивая. Мяу-мяу. Спасибо большое, очень мило было. Спасибо огромное. Очень мило было. Все, вам спасибо. Все, всем покеда. Пока. Пока-пока-пока. А если что, обычно его вот эти Андрюха и Володя ебут после стрима. Поэтому, в принципе... Как вам он? Слушай, ну больше нам-то похуй, а вот как тебе он? А, мне понравилось то, что он действительно постарался. А как тебе вначале? Шутки? Как тебе шутки там, да, про... Ну, про... Было похуже, но в принципе неплохо. Как будто мило. А какие тебе шутки нравятся? Вот намекни, типа. Да, если просто у тебя есть, допустим, твой любимый анекдот, смешно. Да, можешь рассказать тебе, чтобы мы поняли. Да не, мне все нравится. Над чем просто ты когда... Да над всем, просто не над тем, когда пытаются... Мне кажется... Задеть честь или кого-то засрать. Вот в таком плане нет. Хотя, как вы мне говорите, что на Твиче это абсолютно нормально, поэтому я, скорее всего, открою для себя что-то новое. Ну да, но это точно как бы шутки не для того, чтобы задеть честь. Это, наверное, шутки больше вот типа... Ну, типа смешно здесь так. Ну, я с кайфом послушаю любые шутки. Поэтому... Не, ну я... главное, чтобы вот тебе нравилось, не забывай. Вот этому парню тоже плюсик. Да, то есть хороший парень, да? Тебе Акана по-другому его понравилось, да, весело? Да. Андрюха, сначала респект, было смешно. Я прям ожидала работяга. Этого. Давай, next. Хорошо, ладно, тогда не будем томить. Давай, следующий давай. Участник. А кто сейчас? А что ты не называешь? Кто? Сам представится, брат. Че, я что ли, блядь? Не-не, я чё просто... Я этот Максидир. А, мне тоже надо мыть. Все, пока. Все. Блять, опять пока не сработало. Ёб твою мать, здравствуйте. Блядь. Реально. Приветик, приветик. Если что, я тоже ужасно прям волнуюсь, потому что у меня первый опыт выступления в таком плане. Поэтому давай вместе поволнуемся сначала. Не знаю, я уже волнуюсь. Он плакает, давай я чуть-чуть да. Себя расскажу. Это как башка здоровая, брат. Там... Гань-гань, Максидирник на Твиче. Если что, я там рекламный менеджер, там типа модера у Славы, не у Славы, а у Ликса. Он тоже будет выступать, ты увидишь. У меня есть тебе несколько подкатов. Я думаю, тебя не зайдут, потому что там нет такой прям пиздец пошлости и всего остального. Блядь, какой... Какая на тебе реклама Литэнерджи? Ну да, такая просто... Я просто люблю Литэнерджи, поэтому... Он тут всегда стоит у меня. Согласен. А, красавец, не хочешь сегодня со мной прокатиться на гелике по ночному городу и устроить нереальную тусу? Ответ. Можно. Тогда заходи на Majestic на 4-й сервер по промокоду Booster 50 тысяч игровой валюты VIP Platinum статус. Типа, что, блядь? А, ладно, проехали. Так. Это жестко. А, давай следующий. Ты случайно не луна в космосе? Нет. Тогда почему Луна Син Спейс такая же охуенная? Как бля, это? У нас просто прямая реклама всего будет. Да не, ну там не прям пиздец, все прям напрямую. Так, next. Знаешь, почему в детстве хотел быть космонавтом? Почему? Чтобы попасть в кратер Луны. Хороший, да? Блядь. Сейчас, давай, next тоже. Сразу же. Так, ты случайно не свит бананза? Тогда нет. Почему у тебя такие спелые фруктики? Блин, я думала, ты побольше постараешься, а не просто читать подкасты. Станцуешь, поорешь, мы нас тут орали. Если что, я занимался 12 лет бальными танцами. Покажи. Ну, как я тебе покажу? Здесь что-то станцую? Хотя бы. Ну, блин. Это, конечно, сейчас будет трудно реализовать. Но я могу только, если показать, и то это будет трудновато. Покажи, брат, ну чё ты растерялся? У него огроменная жопа, во-первых. Блядь, Слава, иди нахуй от моей жопы. Посмотрите на его жопу, блядь, у него жопа отдельной жизнью живет, он кентавр, блядь, посмотрите. Делай, чат пишет, делай. Он боится встать из-за жопы, отвечаю. Тебя смотрят 50 тысяч человек, представляешь, как надо себя проявить? Это огромная ответственность. Реально большая жопа.
А тебе нравятся большие жопы, мужские? Мужские? Я на мужские не смотрю, я только из-за тебя посмотрела. А почему я смотрю на мужские жопы? Я не могу найти песню для танца. У него пиздец жопа ненормативная. Алиса, включи джайв для бальных танцев. Я не нашла музыки по вашему запросу. Попробуйте еще. Короче, я тебе верю. Ну, поверь мне, я снимался... Я тебе верю. Я тебе верю. Я бы мог тебе что-то показать, если бы я что-то подготовил. Мы ничего не подготовили. Встань стойку какую-то, бля, я не знаю, покажи там. Встань на руки просто и начни трахать тебя в рот. Чё? На шпагат сядь. Чё? Блин, я губы облизываю, простите, меня просто они сохнут. Ничего страшного. Не, я бы реально был, а бы что-то показать про перформанс. Давай, хоть что-то, бля, хоть пухни. Брат, тебя же Диман нахуй уволит, блядь. Давай, сделай какой-то танец, покажи свою пластику. Ой, блядь, я не могу найти. Короче, похуй. Смотри, есть танец Jive, называется, латиноамериканская программа. Если что, я уже бросил заниматься, но мне очень сильно он нравился, потому что там движения все вот, типа, вот такие. Какой ебан. Боже, бля. Бля, я, короче, если честно, это не входило в мои планы, но так как ты попросила, я решил все-таки это сделать. Я очень сильно стесняюсь, прям ты себе просто не представляешь, как я стесняюсь, и для меня это вообще... Бро, надо уверенней, бля, сделай еще джайв, покажи ей джайв. Не-не-не, все, стоп, я уже сделай, бро, сделай. Я уже не могу. У него глаза загорели. У меня еще осталось два. У него глаза загорелись, бро, когда ты начал делать. У меня осталось два охуенных подката, Сов. Я думаю, тебе они понравятся. Давай. Ну давай. Ты слушай мне Gun 5? Можно ответ? Нет? Я говорю, прости. Жаль, я бы сделал ставочку на тебя ценой всю свою жизнь. Ладно. Что это такое? Ладно. Забей. Gun 5. Если что, это Славина команда. Ага. Так. Ты как песня бустера. Хочется сделать себе полный баг. И все, в принципе, на этом хватит, потому что я уже сейчас, мне кажется, не вытерплю. Нет, на самом деле ты очень милый. Ну, спасибо большое тебе за комплименты тоже. Очень сильно милая. Максидир, все хорошо, сделай напоследок джайвику и все, и газуй. Да все, я уже сделал джайвика. Не, сделай чуть-чуть, не хватало, брат, чуть-чуть, просто всем... Ну, я не, уже не могу, ну все. Бро, ну всем, всем очень сильно понравилось. Ты можешь быть человеком, уважай, понимаешь, пожалуйста. Понимаешь, я не могу без музыки, давай, мне трудно, давай. Я не могу найти музыку. Спасибо, Максидир. Выпили Энерджи с кайфом за нас всех. А Максидир бы смог, если бы он был уверен в себе. Тот Максидир, старый Максидир. Старый Максидир, охуеть. Старый Максидир бы смог это сделать, да. Если что, с росписью Литвина. О как. Базар. Все, ладно. Спасибо большое тебе, что не скипнул меня. Я очень сильно это ценю. Давай, удачи тебе. Удачи. Пока-пока. Спасибо большое, что присутствовал. Ну, что я могу сказать? Я уверен, что вы будете вместе. А ну румбу сделай вот эту, слышишь? Бля, ну вроде неплохо, но там какой-то вот лысый тип был, третий, по-моему, вот качок орущий, вот он как будто получше. Да. Ну включи, покажи этот танец, девки. Покажи этот какой танец. Бля, ты я могу видел, хоть манеру вам танцевать. Давай. Блять, я жрать хотел. Я полуголый буду, не против. Не, если... так даже лучше, брат. Блин, а можно секунду? А можно мне, пожалуйста, мою сумочку? Можешь вообще хуем болтать, дерзко схочешь. Бля, как будто ты вертолетик. Да не, я могу вертолет заебашить, и не только хуем, но как бы суть. Сейчас я манеру включу. Как там трек назывался? Спасибо большое. Который Hello Мир, манера крутит мир? Да. Я не помню, как он назывался. А, да я так найду, не переживай. Сладенький. Я тогда через демку звук уведу, вы не против, чтобы вам удобно было, то если колонки буду подрубать какая-то. Давай. Манера мир называется, манера мир. Да, сладенький, я делаю. Че? У меня права есть тут? Нихуя, у меня даже права есть. До поры до времени неплохо. Но я так пару раз позалетаю, у меня можно кикать, в принципе, уже. Так, давай. Ладно. Сейчас, вебочку вертану вам разочек нахуй. Так, ну что, вы готовы? Но вы такого еще не видели, бля, пластичного качка. Давай. Я человек, бля. У тебя вебки нет, если что, ты же понимаешь? Да, да? Ты вебку не включил. Я знаю. Инет не потянул, блядь. Не видно, что я жру, блядь. Да не потянул, тут слишком дохуя всего. Так, все, давай. Готовы? Давай. Да. Музыку слышно? Да. Слышно? Похуй, в тишине я хочу.
Как-то тихо, музыка только. Да похуй. Да ему похуй вообще. Пусть он ебашит, просто забей. Он просто болит, надо уважить его, посмотрим за ним. Луна, для самого кайфа даже можешь музыку в ноль скрутить, все равно будет охуенно. Я тебе даже скажу, даже лучше, посмотри на это. Да. Охуенно. А как он до этого достает, слышишь? До стола? До турника. Пасхать для него на небе. Мне кажется, ему что-то подсаживает, блядь. Нахуй тапочки. Это уже другой танец как будто. Это уже Равшан. У него другой заиграл. Подергай сиськой. Луна, тебе нравится фигура его? Я не люблю качков. А ты каких любишь? То есть какая фигура вот у парня должна быть? Мужская фигура. Девушкам не особо нравятся накачанные парни. Мне кажется, это не... То есть мужская фигура это как? Это такой скуфчик, да, чуть-чуть там с пузиком, волосатый? Нет, нет, просто обычная фигура. Ну, мне лично нравится, когда у человека просто подтянутая фигура, но не чтобы он был бочкой такой. Ну, как Равшан, короче. Ну, я у Равшана фигуру не видела. Ну, там пиздец, он тебе покажется, я думаю, сегодня. Да? Как ковер самолета, ебать, просто махровый. Мне кажется, еще не так никого чат не ждал, как Равшана сегодня. Да, ладно, все, давай, поехали. Следующий участник, хорошо тебе с ним пообщаться, познакомиться. Давай. Мы пошли. Так мало там? Они, походу, заходят, брат, и выходят, понял, к выступлению. Алло, я размутился, а че их так мало? Они, походу, заходят и выходят к выступлению, понял? Чат, вы, если что, подсказываете, кого скипать, кого нет, кто вам понравился. Я прям все читаю, что вы пишете. Только переживаю чуть-чуть, но стараюсь прям каждое сообщение видеть. Что они подключаются? А ты перекидываешь кого-то, брат? А, я уже перекинул, он вышел, решать, походу. Вы сейчас будете решать, скипаем или оставляем? Прокопьев. Прокопьев. Он вышел опять? А, нет. Бля, брат, а скажи, пожалуйста, а дедушка будет? Какой из? Ну, дедушка. Давай по новой. У нас опять Не, он же на острове, брат. Я забыл его имя, простите, пожалуйста. Лысый. А чё он выходит? Он испугался, что ли? Ну-ка. Дерзко. Алло, брат. Алло. Прокофьев. Да, алло. А что ты, мы тебя мувим? Твое выступление. Вот, я здесь. Давай, все, я муну. Че, ты переживаешь? Или уже, наверное, чувствуешь себя заебись, да, уже? Да, я уже привыкла. Чат очень хороший. Понимаешь, тебе не надо тут бояться. Ты вообще сидишь, ты королева тут, тебе типа... Сейчас, две секундочки. Давай, да, все нормально. Поехали. Все, мы замутились, удачи вам. Да, давай. Удачи вам, пока. Спасибо, пока. Найс, пока сработало. Ебать, ты подлезал, брат. Ты королева, ебать. Братан, ну конечно, ты чё, я ж каблук. Ты королева, ебать. Алло. Индеец, здравствуйте. Блядь. Здравствуйте. Салютики, меня видно? Каблуки. Нет. Да нахуя он выходит, надо вебку включить? Он что, долбоёб вообще? Алло, телепузик, да? Блядь, ты просто нажми включить вебку, нахуй ты ливаешь? Так я включил её, блин, ё-моё. Вот сейчас. Какие люди! Здравствуйте. Сейчас должно быть смешно. Ой, вот это насильно живет. Хотелось бы сказать, что я видел все твои фотографии в леггинсах. Это искусство, конечно. Спасибо. 154, ладно, следующая хуйня. Хотел бы начать с букета, но не могу такой показывать, так как он в штанишках, если вы понимаете. Let it go. You know? Бля, ну ладно. Мне кажется, она что-то расстроила. Мне кажется, если бы я тебя кушал, неделя была. То могут неправильно понять. Если бы я тебя кушал, и ты бы вот сюда попала, я бы вот так аккуратно стряхнул и такую, знаешь, на подушку красную аккуратно положил, потому что ты дорогая крошка. Это усвоено? Усвоено. Дальше. Ты, конечно, не KFC, но я бы заказал 20 твоих оригинальных ног. Ну, заебись, есть контакт, все налаживается. А про титки говорили что-нибудь уже? Да. Тогда я не буду. Да не, попробуй, может, у тебя что-то новое. Отличные титки. Спасибо. Вау. Я бы набил твою фотографию у себя на пояснице, потому что ты... Прекрасная бабочка. Какой ебанан. И набью. Ну, я поймала тебя на слове.
Хорошо. Ну, тебе думаю, ну там такое. У меня, знаешь, у меня задница рано начинается. Ладно, это не суть. Там волосяные проблемы. Если бы я при тебе. Я тебя настолько уважаю, что если бы я при тебе пукнул, то я бы вот так, знаешь, сразу втянул бы. И все. И ты бы и не заметил даже. Это уважение, поверь мне. Согласна. Как Дайсон, блядь. Я бы бросил пить из-за тебя, и из-за тебя бы начал пить тоже, если хочешь, то могу так. Я вообще человек еще универсальный, я могу за тебя все анализы сдавать, если надо будет. Бля, какой ёб. И кровь, и все, и то, что надо, там, по здоровью. Я знаю, что тебе нравится ТикТок. Я тоже много что могу сделать за минуту. Понимаешь, о чем я? Да. А простоволосица, я имею в виду. Есть пару милых. Мои родители говорили следовать за мечтой. Можно я провожу тебя до дома? Вот я хорош, конечно, блядь. Да. Давай следующую горячий. Плохую какую-нибудь грязную. Разогналась, блядь. Ты случаем не в красной книге? Надо ответить. Так я же ответила, я тебе вот так сказала. Нет. А я тебя не вижу, ну, этот. Я просто тебя привык представлять, если ты понимаешь, о чем. Масло здесь со мной, если что, всегда. Так ты там ответила, сказала нет. Я удивился, потому что я думал, что в красной книге. Смотрела Гарри Поттера? Да. Так вот, я могу тебе показать свою тайную комнату. И ставить палочку. Ну это ебанешься, какая охуенная шутка, поэтому. Поэтому у тебя, наверное, микрофон просто дребезжит от этого, не слышно, как ты воешь от кайфа. Еще немножко о себе. Я твою фотографию нашел в паспорте, чтобы пиво покупать. Пить, кстати, вредно. Я не поняла. Да, там. Сломалось. Я тоже. Что еще сказать бы такого? Простите, что без танцев, я этот, как не подготовлен, не могу, потому что яйца слишком большие, боюсь, растанцуюсь и расплескаю здесь все. А вам это не надо видеть. Давай, пока что. Забота. Неловко. Ладно, все, что, баньте меня там или что ли. Я пойду, потом спишемся с тобой в другой. Бля, мужик, вот это ты дал, красавчик, блядь. Бро, спасибо. Просто заклеил ее, сразу видно. Понравилось. А можешь, слушай, у тебя так хорошо шло, можешь одну импровизацию какую-то про нее дать? Да, вот хотел. Импровизацию? Просись, она любит такое. Да, она просила пожестче, брат, она говорит, пожестче. Да, она говорит, пожестче. Ну давайте. Грязную про сиськи, прям добей. Ну не про сиськи. Не про сиськи. Я боюсь, у меня, к сожалению, юмор так настроен, что он всегда за гранью Твича практически по правилам. Поэтому ты попробуй. Я могу такую шикарную ёбнуть, но потом, давай. Возможно, меня тоже и вас. Ну, не настолько поэтому... шикарную. Давай чем среднее. Просто вот он просил грязную прямо, она сказала, дай мне грязную. Дай мне грязную. Она говорит, дай мне грязную, блядь. Если бы я работал в паспортном столе, допустим, и тебя бы там заметил фотографию, то я бы ее не на клей приклеил, есть такая информация. Ой, хорош. Она спермотом, правильно? Спасибо. Хорош, бля, легенда. Нормально, бро. Унес просто нахуй. Можно еще поимпровизировать? Давай. Не, хорошо идет. Давай. Если бы я твоим парикмахером работал, я бы, знаешь, всегда волосики собирал бы и в гости пригласил, а там 35 твоих куколок из твоих же волос. И я такой, ну, здравствуйте, проходите чай пить. Тут мы уже все готовы, если что. А я замутился, извиняюсь. Это то, что я этот... Какой ебан, блядь. Твои волосы. И не только твои волосы. И то, что к ним прикреплено, тоже люблю, знаю тебя. Какое ебище. Блин, его надо дать. Его надо дать, говори дальше, брат. Пусть говорит, стой. Пусть позорит, стой. Знаешь, вот если бы... Мне кажется, по твоим плечикам должны делать вот эти плечики пластмассовые. Если бы их сделали, я бы на них все самое дорогое бы повесил. Все свои Луи, вот эти дорогие вещи. И Гуччи некие, и, наверное, даже и Фред Перри, да. Тоже бы там висело. Все на твоих плечиках. А потом бы я вот так в одинокие ночи обнимал бы эти плечики и долго бы с ними танцевал под какой-нибудь невероятно романтический дэнс. Больной ублюдок, ебаный. Смотри, фантазия у тебя бурная. Естественно. Я только что заметил у тебя бабочку на груди. Я удивился, потому что я бы тоже туда бы сел с радостью.
Бабочка попросила почесать ее или что? Да, вот, мне зачесала сразу. Вот она. Это я там, ты меня что-то потрогала. А, наушники у тебя очень мило на голове сидит. У тебя вообще, знаешь, да. Все очень мило бы на голове сидело. Такое вот есть. Наушники классные. Ну да. Наушники Лунаси, наверное. Я все их так и не увижу. Мне все только обещают, наверное. Когда-нибудь придут ко мне. Вот когда подготовишься на подкаты, тогда и наушники придут. Спасибо тебе большое, ты левый. Все, давайте тогда. Давай, давай, брат. Давай, Андрюш, спасибо. Лучше. Давайте. Вы же были знакомы, да, Лун? Да, мы знакомы. Да, Лун, прикольно звучит. Дерзкий, брат, что скажешь по поводу этого лысого? Мальчики, я хочу со стороны женской аудитории сказать, что, ну, честно, вот третий парень, вот третий. Третий? Вот, который лысый, именно да, третий он, приглянулся, да? Блядь, он что-то там орал, вот какая-то хуйня была. Вот я вот на правах, блядь, феи Винкс Стеллы, нахуй, хочу сказать, что, ну, он реально пиздатый был. Вот. Машуля, а покажи банки для Эдита. Покажи свои колотухи ебаные. Бля, мразь. Ты как нянька, помнишь фильм «Няньки»? Да, точно. Похож. Чуть пониже только. Я сказал, так что давайте, если там кто-то будет посильнее, я, может быть, скажу. Давай, давай. Вот так вот, бля, понимаешь, он уже тобой манипулирует, понимаешь? Ты должна выбрать его, и тогда он закричит для тебя еще раз. Понимаешь? А он, давай, он, слышит. Он же говорит, что он Сигма, правильно? Как тебе, вот не появилось желание больше, ну, типа, не общаться с Андреем в жизни? Ожидал ты от него такого? Я просто знаю, что он очень харизматичный и очень смешной. Но так. Почему-то я ожидал от него какого-то больше. Нет такого? Ну, возможно, возможно. Переволновался, может, наверное. Возможно, может, да, быть. Да. Ну что, ладно, следующий участник. Удачи тебе. Давай, пока. Равшана жду. Ой, Равшан, бедный Равшан. Когда же Равшан? Да, Равшан. А когда Равшан, реально? Да, здравствуйте. В конце мы его сделали. Здравствуйте. Он попросил. В самом конце? Да-да-да. Мы вдвоем остались, да? Угу. Все, понял. Лев. Лев зовут меня. Лев Богуш. Стример. Богуш. Ну, просто стример. Работаю с собой параллельно. Что хотел сказать? Ничего, просто слушаю тебя. Ты просто какой-то звук издала. Я подумал то, что сказать, что хотел. Вот, Лев Богуш. Вот, это... Приятно тебя видеть. Не буду врать. Слышишь? Луна? Да. А что случилось? Тебя почему-то чат не любит. Вот этот вот! Сейчас не буду нервничать. Пожалуйста, не слушай. Хейтеры, завистники от счастья прикалываются. Просто прикалываются специально. Они реакцию мою смотрят обычно. Поняла? Угу. Нет, серьезно говорю, я ничего плохого не делал в интернете. Вот. Губы хорошие у тебя. Такая маленькая, и у тебя так они, как очень эффектно, мне приятно видеть. Просто комментарий вставил. Просто комментарий. Наушники очень хорошо наушники работают, поэтому, когда ты кричишь, я это слышу очень хорошо. Извините. Да нет, все отлично. Я не то, что тебя стесняюсь. Не стесняюсь, нормально чувствую себя с девушками. Просто стесняюсь на такую аудиторию чуть-чуть. Слышишь? Что опять случилось, да блин? Эльвина. Ты просто смотришь куда-то, потом на меня смотришь, как будто все плохо, я не успел даже ничего сказать. Лего. Все, ладно, пока, я не тебя понял. Красава, красава. Ну и зачем ты его довела? Слушай, блин, а давай попросим вернуться. Давай попросим вернуться, пожалуйста. Он еще переволновался. Вернись, пожалуйста, к нам, Лев. Умоляю, вернись. Лев, вернись. Я вообще не понимаю. Она осознала все свои ошибки. Нифига себе. Я не думал то, что сработает. Не, просто так... Эльвина? Привет, еще раз. Да. Я из-за того, что растерялся, я тоже все шутки забыл. Сейчас слышишь? Я тебя слышу. Я как будто в Африке оказался. Угу.
Потому что передо мной бегемотик сидит. Ну, ты типа бегемотик. Небольшой, не ужасный. Маленький, милый бегемотик. Я их люблю очень. Вот. Если хочешь, еще пару слов. Пацан перспективный, self-made. Приехал из Пензы. В Москве живу, работаю, стримлю. Спортом чуть-чуть занимаюсь, да. Не как тот черт на третьем месте, который ростом 150. У меня 190. Нет, просто картинка, ты же не видишь через камеру, я просто объясню. Он 169. Ты кого слушаешь? 100. Какие 169? Львина? Да-да-да. Какая львина? Лина? Он думает, то, что если серьезно? Он лев, то типа в каждом имени должно быть что-то за льва. И львина, блядь. Эй, львина, блядь! Слава, ты обещал орать? Ой, я размучен, извиняюсь. Я не знал, что я раз... Сбил чуть-чуть настрой мне. Прости. Лина. Слышишь, что? Давай. Я тут. Ты это не нравишься мне, извини, пока. Пока. Какой он странный тип. Да вроде нормально. Не-не-не, хороший. Я просто не поняла. Ну мне кажется, это самый смешной подкат был с бегемотиком. Это просто пиздец вообще. Не, разъебал прям, да? Тебе понравилось такое? Мой брат, мне честно пиздец. Ты же просил что-то погрязнее, ну вот. Мне пока больше всего нравится чувак, который... Девушка, которая Стелла, вот, которая была у нас, танцевала. В костюме таком. Это на самом деле парень, я тебе вынужден сказать. А, да. Да. А вот и он. То есть Равшан уже нахуй идет, правильно? Нет, я... Чат, пожалуйста, вы ждете Равшана, вот? А как тебе вот этот парень, скажи мне? Бля, что ты напялил? Я хочу сказать на основе того, что... Ну, я человек из Гачи, я, блядь, Ван... Все-таки третий чувак, который качок, он там еще орал вроде бы. Вот он прикольный на самом деле. То есть я люблю в латексе ходить. Вот он тоже прикольный, мне кажется, в латексе он бы смотрелся заебись. Но она сказала, вот. Ей качки не нравятся, бро. Да тут не на нее ставка. А можешь делается, быстро похуднеть? Ты можешь сбросить пару килограмм? Ну, мышечный я масс. Я крылья могу вот так вот сузить. О, а как тебе такой дрищ, кстати? Не, я могу там поскинуть, но мне похуй, все равно вылетят, блядь. Ебать, у тебя, слышишь, эти бабочка растопырилась. Ну ты думал, я... Алина, а ты можешь бабочку раскрыть? Слышишь, нет. Давай. Нет, в смысле... Ну, вот так вот сможет. Другую бабочку. Бро, ты... Дерзко, ты знаешь, как бабочку раскрывать? Конечно, ёпт. Сделай, растопырь ее свою сучку. Давай, давай, давай. Подрастопырю тебе, мой папки. У меня тут... Там пауки, блядь, на спине. Вот ты можешь то же самое сделать? Я? Да. Нет, я так не смогу. Это стримерский элемент именно. Подожди, а ты вот так можешь рисками поиграться, как он? Нет, к сожалению. Ладно, мне похуй, я Сигма, давай. А вы, мальчики? Подожди, закричи, пожалуйста. Не, не слушай, выходи, правильно. Он же сказал, что он Сигма, понимаешь? Ну, Сигмы так не делают. А вы можете показать такую бабочку? Не. Нет, тоже, сори. Только платно. Так, ну что, следующий участник? Да. Поехали. Ты стул сломал? Всем привет. И да. Привет, Линочка. Привет. Слушай, я понимаю, скорее всего, ты сейчас напугана. Но, подожди. Сейчас я кое-что включу. Так, окей. Ты напугана, и, скорее всего, подумаешь, что я какой-то фрик или сумасшедший, но я тот человек, который может сделать прям красоту и объединить весь Twitch ради тебя. Поехали, смотри сюда. Посмотри в чат. Ой. Привет, Лин. Привет. Посмотри в чат, пожалуйста. Так, смотрю. Ой. Видишь, все пишут тебе, смайлик кидают специальный. Так мило. Я всех со всеми договорился, и вот они для тебя это все делают.
Чат. Спасибо. Чат, переиграйте. Спасибо, смотри, я как некий островок какого-то, как сказать, более взрослого сделать, такого, чтобы, так сделать, скажем, чтобы ему стыдно было. Поколение здесь. Чтобы ему стыдно было. Назовем это так. Типа тыкайте флаги, там всякую такую хуйню. Хотелось бы все-таки, так как я уже понимаю девушек, что им, в принципе, нужно, надо подожди, быть более романтичным. И стрелочку вправо, понял? Так поэтому стрелочку в него и типа у нас с тобой здесь по бокальчику вина. Один тебе ставлю сюда, один мне. Окей? Угу. Так, сейчас. Подожди секундочку, это мы уберем лишнее все. Чтобы... Да, так лучше. Вот, смотри, как у тебя день прошел? Отлично. Отлично. Да. Сильно волновалась? Честно, очень сильно волновалась, меня прямо трясло. Я просто обычно не стримлю и никогда вот в подобном не участвую. Угу. Я тебя прекрасно понимаю, у меня сейчас такое же на самом деле ощущение, потому что мы с тобой знакомы же. Да. Но никогда не общались нормально, то есть прям хорошо. Вот. Хотел бы, конечно, это исправить. И знаешь, вот твой ник Лунаком, он прекрасен. Он прекрасен. Но он почему-то все тебе обращаются Луна. Это то же самое, что к Бустеру обращаться к Бустер, а не Слава. Угу. Ты Лина. Ты Лина. Но я для тебя кое-что приготовил. Я специально сегодня заморочился немножечко и сделал кое-что. А, что такое Луна? Это же небесное тело, правильно? Да. Находится в космосе. Да. Окей. Okay. Я специально для тебя делаю сейчас подарок. Если захочешь, потом можешь физически его забрать. Я назвал твоим ником звезду. Тём, ты ёбнутый? Это что? Да, серьезно, вот он сертификат. А он перевернутый у тебя, да? Нет. Эвелина Тра... Нормальный? Угу. Супер. Действительно, сертификат, то, что звезда. Причем, чтобы ты понимала, эта звезда находится не просто звезда на рандом, а звезда находится там, где созвездие Рак, и вот она как раз туда вписана. По сути, вот красная, это я, кстати. Красная точечка, это как раз вот то место вот здесь. Это очень мило. Это вот тебе подарочек от меня такой, чтобы хоть как-то тебя порадовать. Потому что я слышал, ну, подкаты здесь больше к юмору скатывают. Какому-то такому пошлому, я такого не люблю. Я человек, который... Слава, за сколько докенов покажешь свою бабочку. Вот. Поэтому это бокальчик за тебя, поднимаю. Я изучил тщательно, между прочим, все твои, почти все твои слова. И я знаю, что ты очень тактильный человек. Да, с определенными людьми однозначно. Это кайф, да. Особенно ты любишь... поваляться, понежиться с молодым человеком, если он и есть, посмотреть фильмы, да? Да. Под пледиком. Угу. Угу. Я подготовил специальный плед. У меня есть один плед такой вот. Если что, просто чтобы ты понимала, что плед у меня дома есть. Если что. Блять, ужас какой. Вот, короче, такая история. В принципе, я сильно особо не готовился. Я хотел просто на тебя полюбоваться, с тобой поговорить. Я это получил. Да нет, ты очень сильно подготовилась, я оценила. Спасибо большое. Серьезно? Это очень мило, да? Ты чудо. И вы. Улыбайся. Вы? И вы. Она подумала, что ему лет 50, нахуй. Я плед здесь оставлю. Это на самом деле Джаред Лето, блядь. Джон Вик легенда. Серьезно, вы? Ну, это из уважения. И вы. А, все, хорошо, спасибо. К старшим, да? Из уважения к возрасту. Я, в принципе, заставил тебя вроде улыбнуться, умилиться. Моя задача выполнена. Обнял тебя, приподнял. Надеюсь, скоро увидимся. Улыбайся почаще. Улыбка тебе к лицу. Пока. Спасибо большое. Пока. А почему ты ему сказала «вы»? То есть... А, я просто с человеком, когда много не знакома, чаще всего, когда стесняюсь, говорю на «вы». Не, ну ты только ему сказал. Ты только ему сказал. Уже я засмущалась. То есть, типа он старый, да, для тебя? Нет. Он, то есть сударь-старичок. Сколько ему лет? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Мне? Мне исполнилось 23. 23. Бля, ну я был близок. Ну вот, ну ему... А ты пойдешь звезду забирать, сколько... слышишь? Это, кстати, правда. Ну звезду пойдешь забирать? Это реально. Пацаны, мне почти 32. Мне 32. 32? Да, мне 32. Вообще не выглядишь на 32. Спасибо. А на сколько выглядит? На 31. 25. Ой, спасибо. Поднял тебе еще раз. И именно поэтому ты бы сказал на «вы». Да я сказала на «вы» просто из-за того, что я переволновалась. Ты подумал, что это Джон Вик? Или Джаред Лето, типа, кто-то? Джаред Лето ближе, конечно. Базар ноль. Так, ну что, следующий? Лето далеко, ты че? Не, ну, не, кстати, не так далеко уже, и что? Да нихуя себе, там до лета еще пиздец. В целом нормально. Так, ну что, следующий участник? Да. Поехали. Go. Чего в ожидании опять Никита Сударь?
Он ждет, что за ним вернутся. Ударь опять больше или подкатывать? Он не, мне кажется, он ждет, что ему шанс дадут. Он такой, блядь, вот еще одна звезда. Ну все мы знаем, что Равшан уже ее сердечко захватил. Приветствую. Бля, сейчас будет супер пошлые шутки. Меня зовут Владислав. Коротко о себе не получится, потому что 1.97 м ростом, 90 кг чистая мать. Любитель паназиатской кухни. А тебя как? Добро пожаловать. So это так красиво, леди. Меня зовут Джонатан. Он мой друг Владислав. Он мне нравится. Ты мне очень-очень хорошо нравишься. У моего брата большой член, и он хочет трахнуть тебя прямо сейчас. Да. Прям между сиськами. Может быть. Тебе это нравится, мой брат Владислав? Откуда столько братьев, блядь? Сиськи крутые. Заткнись, пожалуйста. Зафоршленная тема, ладно. Мы хотим поехать с тобой в Массачусетс, штат Массачусетс. Массачусетс, да. Мой друг благодарный бизнесмен, и ему понравилось гулять по пляжу. Не очень. Это да. Пляж, не сука. Тебе это нравится? Нравится? Такой милый, такой милый. Я не услышал. А похуй. Он хочет играть в Dota, Counter-Strike и Baba G Battlegrounds. А как он сделал себе много себя? Player Unknown's Battlegrounds. Ну, игра, стрелялка такая компьютерная. Угу. Не обращай внимания. Похуй. Тебе это нравится? Он играет в компьютер. Тебе же нравится? На фоне видоса он стоит. Наверное, да. Да. Отлично. Я надеюсь. Мы с тобой. Черт возьми, дьявол. Мне очень жаль. Ничего страшного. Ему это нравится. Ему нравится этот борщ, и ты хочешь кухню и борщ. Ну, готовить, разумеется. Так, все, завалите. Такой милый. Заткнись, пожалуйста, ублюдок. Братан, скажи, что ей нравится бриллиант. Ей нравится бриллиант. У меня только один вопрос. Ты юзанная? Тебе нужен бриллиант здесь, и поэтому мне нравится, когда идет снег. Я выплевываюсь на большое она тебе спасибо за то, что ты смотришь мой дом, моя милая девочка. Милая. Просто не особо прикольно, что там с рэперами. Иди пососи вот здесь, спать, помни, блядь, пожалуйста. Рот, у тебя большие сиськи. Ходится. Мне это большие нравится. Большие сиськи, да, круто. Это все, что это все. Бля, ну зачем? Бля. Ты говорила, Скип? Да. Не слышно было, из чего. Ты, походу, очень тихо говорила. Я по губам прочитал. Что могу сказать? Спасибо большое. На самом деле, я немного растерялась, потому что вначале мне показалось это дико интересно, потому что он так заморочился. Ага. Нашел двух своих братьев-близнецов. Мне аж не по себе стало, у меня аж живот скрутило. Да, ну бывает, Сейчас все поправит Фиксик. О, блядь! Бля, клянусь, ты гений, блядь! Фиксик, поправь настроение нам, нахуй. Брат, надо... Я понимаю, что вас заебала духота. Согласен. Я заебался краситься в этот синий цвет, блядь. Вы бы знали, нахуй, на какой скорости я это делал. Бля, как ты покрасился? Как я, блядь, официальный помогатор, шпунтик, фиксик, блядь. Я готов поремонтировать, нахуй. Я готов, блядь, стол поремонтировать. Ну, какую хуйню поремонтировать в любом случае нужно. Фух, блядь. Ладно, я тебя потом починю. Не суть важно. Смотрите прикол. Так. Пока, на две минутки даже меньше. Базар. Ради этого красного. Вот он классный. Вот как надо удивлять. Но те парни, тот парень на самом деле, я только потом поняла. Грубоватенько, да? Ну если такой. Не то что грубоватенько, ну это я не считаю, что юмор. Ага. Но вначале было интересно. Не знаю, мне интересно, что чат думает. А кто next? Next, сейчас увидишь. Ну что, посмотрим next? Да, давай, давай. Давайте. Давай, надо, давай. Надо... Поехали. Бля. Так, алло. Да. Привет, сейчас, секунду. Бля, что-то жестко. Да, очень, брат. Я вообще охуел, если честно. Сейчас, нет, я врублю вебку, подожди. Бля, сейчас будет так. Лунаком, да, сейчас будет так же. Я пришел сюда, бля, чтобы покорить твое сердце, чтобы познакомиться с тобой поближе. Привет. Привет. Сейчас. Ага. Все, готово. В общем, это.
Там, твоей маме секс не нужен, там. Моей маме? Ну да, твоя мама трахалась. Блиц. Это вопрос? Ну да, нет утверждения. Ну, наверное, да. А это... Чё? Сразу вижу, нормальная там ты тёлка, там. Молоко вырабатываешь, не только сверху. Чё, сейчас у меня тут... Сейчас. Тут подписано у меня просто... А твоя мама случайно не аудио ТТ? Аудио. А шутки будут только про маму? Не обижайся, я не читаю бустеру. Но твоя мама случайно не аудио ТТ? Тогда понятно, почему у нее нет климакс-контроля. Аудио ТТ, блядь. Я смотрел вырезки с тобой из ТикТока. Спасибо большое, а бустер говорит, что не смотрел. У меня нет ТикТока. А у нас все потом будут ответы только про бустер, когда я к тебе обращаюсь. Подкаты к бустеру, блядь. Нет. Будешь мы награды в номинации Slay? Я, наверное, скипну. Шлюха. Твоя мама. Твоя. Окей. Блядь. Ебать. Я к нему так хорошо отношусь. Ну типа он про маму ебашил, и ты решил, да, тоже, ну чуть-чуть. Я на самом деле такое осуждаю, такие шутки. И я к этому человеку очень хорошо отношусь, потому что я думаю, что он безумно харизматичный. Только не люблю, когда... На самом деле мне прям... Я прям разволновалась, потому что... А тебе обидно было, когда он сказал вот так вот? Да нет, это шутки. Просто сердце трясется, а так, ну пошутил. Прям трясется, насколько оно где-то летает, но три часа. Сердце трясется, Дэв кинула в его маму. Слушай, да просто сердце трясется, ну да, там, еще твоя мать шлюха там сказала. Да, но в целом, это шутки. Да я не обижаюсь, все хорошо. Все равно люблю его. Дерзкий. По поводу вот этой ситуации, что ты скажешь? Он обозвал мудаком шлюха. Я не смотрел, я отмывался, нахуй. Ты, ну, видишь, как я выгляжу, блядь? Бля, можно вопрос, блядь? Как ты сбиваешь это так быстро? Это, блядь, тебе... Бля, мне знаешь, что кажется? У тебя до сих пор глаза какие-то. Они отмываются, блядь. Брат, мне кажется, на самом деле у него так, знаешь, на молнии вот эта хуйня, он просто костюмы снимает вот так, у себя расстегивает, блядь, и все. А что было, вот если кратко, я просто отходил, я... Ну там что, чуть-чуть закусились, понимаешь? Чуть обидно было. Там, да. То есть он в конце искал шлюха, она такая, твоя мама. Бля, нихуя, ну она перефразировала, то есть там... Нормально, да. Переиграли. Переиграла. 1-0. Нет, ну, да. Это, конечно, нет, я до такого не опускаюсь. Ну, как бы бывает, там свой вайбик определенный присутствует, но когда оскорблять, конечно, зачем? Так что, Луночка, ты это не переживай, главное, слышишь меня? Это как бы они все в прикол делают, если что. То есть они не вкладывают в эти слова смысл. Так что не переживай. Но я все равно, Сигма мне как бы мега похуй, поэтому все, да. Хороший парень, да? Расстроилась, да, немножко? Вообще... Надо какую-то паузу взять. Ты расстроилась? Отойди чуть-чуть на время, отойди чуть. Ой, ты что, ты заплакал? А что такое? Да. Я не заметил. Да, там было видно. Отойди чуть на время, мы пока потянем эфир, придешь к нам. Да, давай, конечно, я что-то... Да, блядь, брат, это было очень жестко. Я в моменте увидел, как у нее лицо поменялось. Реально? Матвейчик, теперь подкаты к тебе, садись, пузатый. Блядь. Все, блядь, ну не так же сильно. Не ожидал я такого. Да, я не заметил, это резко, брат. Матч? А? Это было... Ну, было понятно, что, типа, что она нормально не выдержит такую тему, понял? Ну, это пиздец, парень, на самом деле. Да. Она же, типа, она не с твичевской темы, понял? Типа, для нее, типа, это кажется, ну, супер жестко. Ну, типа, когда это говорят, она же принимает прям на себя. Угу. Да, я что-то не ожидал такого. А ну, перекинь кашу сюда. Блять. А что, прям жестко он сказал как-то? Агрессивно или как? Или да, понятно? Ну, да. Он сказал, шлюха. Алло, да, о чем проблема? Как? Ну зачем так? Довел, бро, девочку. Довел мне? Девчонку. Пиздец, блин. Я могу извиниться. Блять, у меня слезы синие, ебать того в рот. А думаешь, поможет?
Подожди, а ты вот когда извинишься, в конце не будет, типа, шлюха еще раз? Ну, для чатика могу исполнить. Да не, я думаю. Ну, ладно, надо. Я думаю, тогда давайте без извинений. Не поступит извиниться. Призовите ее. А мы не сможем ее призвать, это пару минут ей точно надо. Да, да не, да, блядь, просто... Да. Я не знаю, кто составлял списки, как вы могли, блядь, Мафаню поставить, а потом кашу. Надо было хотя бы между ними человек 5, нахуй. А я подумал то, что им, знаешь... Концентрацию сделать, пацанов, они же вместе двигаются. Я так был уверен, что сейчас Мафаня наделает, и тот добьет, нахуй. Луна, тут смотри, пришел... Смотри, мы привели каша, его, мы пришел. Привели его, он хочет извиниться. Все хорошо. Я просто... Да не, ну ты че? Все хорошо, простите, пожалуйста. Да не, за что простите, ты че? У тебя голос дрожит, я прощаю. Хочешь, дерзко сейчас разберется, он пиздец здоровый. Да я в VR-боксе ему леща дам. Блять. О. Все, давайте, ну, переключимся дальше, да? На Равшана уже. Ну, прости меня, сейчас, скоро. Равшан, где он, блять? Ну, Равшан далеко. Каша, да? Каша извинился. И тут он это. Извинился. Не со зла, видишь? Пойдем на реальное свидание, ты мне тоже нравишься. Нормальная такая. Да все хорошо. Я просто никогда так не была готова. Все хорошо. Простите, потом будет опять постоянно. Да, извини, мы тоже не были готовы, поэтому... Давай сейчас, надеюсь, следующий... Я был готов. Ну ладно, я тоже, да. Я не думала, я просто... Как-то градус понизить чуть. Парни, я третьим ведущим буду или пока рано еще? Пока рано, брат. Заходи в момент. Будем на связи. Ребят, а рейдик за контент дадите? Позовете нах. Ладно, давайте. Давай, брат. Так, ну что, следующий участник, мы мутимся. Да. Давай. Все, я надеюсь, сейчас все будет нормально. Я очень надеюсь. Прям максимально. Все, ты что, ты извиняешь, все нормально. Все. Ты тут сам? Да, брат, я тут. Мне батя ее передернула, нахуй. Да, я не видел лицо, ты понял. Я... Ты составлял списки, как да. Ты мог вообще их подряд поставить. Брат, ну я же не было, ну я не думал, что прям так, типа. Ты понимаешь, что это еще? Ну, типа, мне кажется, это супер лайтовая хуйня вообще была. Да, я не думал, что прям так, типа. Да все, что нормально, простите, пожалуйста, за реакцию. Все отлично, очень хочу продолжить. Очень хочу убежать отсюда, нахуй. Ты больше никогда не приходи на твич. Да, мне кажется, она больше не будет стримить. Хотя нет, что в соло-то едет, это же другой вайб, когда стримишь. Так, а что вышел? Ребят, следующий участник, помните, чел... Из этого, мне кажется, у меня... Чел, который 90 часов там стримил, ждал меня, там фотки развесил. Я ему пообещал, что я его куда-то возьму. Посмотрим, что он сейчас делает. Самое тупое, что у меня реально мама этот стрим смотрит. Ой, блядь, еще и мама смотрит. Стрим смотрит. Мама... Я думал, Никс идет. Да ничего, мама поймет, она же взрослая. Понимает, что бывает разный юмор. Да. Надеюсь, там это... Блядь, короче, извините нас. Все, я, да, веду? Да, давай. Ой, блядь, я сейчас закрыл. Секунду. Так, о, вебочку, все. Все, видно меня, да? Так, секунду. Все, тебя видно. Да, ты не плачь, все хорошо сейчас будет, не волнуйся. Я сейчас вот эту веру сделаю нам приятно. Не, брат, это, я говорю, парень, короче, он стримил долго, мне там писали, типа, с моими фотками, все вот это, с моей повязки, там, все эта тема, я ему пообещал, что я кого-то возьму его. Я тебя ждал, немножко уже выпил, правда? На стриме мне кидали его никто. Это не критично, я думаю. Ну, НН, да, по факту. Можно на ты, да, блин, ты против? Да, нет. Да, я не знаю, почему остальные просто кидали какой-то спич, и никто не хотел с тобой поговорить. Мне на самом деле это тоже, в том числе, интересно и познакомиться, ведь это для меня, да, не просто контент. Ну, я отнесся к этому. Ебать, у меня гудит там, блядь, какой-то холодильник. Создал, попытался атмосферу ресторана. Ну, это вообще мой самый любимый ресторан, моя кухня. Давай я вот расскажу о себе 3 факта в целом, чтобы ты получше меня узнала, хорошо? Да. Смотри, во-первых... Ну, во-первых, да, ты видишь телосложение, я не качок, да? Но и как бы все окей, это первое. Второе, у меня есть волосы, это тоже плюс из того, что я слышал. Рост у меня 1.90 м, соответственно, Чан, все не пишите, пусть чуть-чуть, она еще в целом успокоится, это хорошо даже, это сейчас такой подкат будет. Паховая область, там у меня все немецкое качество. Ну, понимаешь, да, о чем шаришь. Вот. Собственно, третий факт — это то, что я ушел с работы буквально неделю назад, когда только узнал, что будут подкаты, чтобы, когда у нас все срослось, я смог тебе уделять все свое... Своей безработностью, блядь. Вот. Это мило. Да, надеюсь, у тебя с финансами окей. Да. Все, супер. Сейчас, подожди секунду. Можно, пожалуйста, официанта? Добрый вечер. Да. Мне, как всегда, ей то же самое. Угу. Да. Все, просто сидим. Это не у меня столом, чат, это не красиво. У меня микрофон, это вот в общем-то, у него.
Ты на самом деле меня очень сильно удивила. Я вот смотрю, до этого я тебя смотрел на фотографиях где-то там 2018-2019 года, и вижу, что у тебя, ну, грудная область, она очень статная, раза в три где-то статнее, чем на фотках. Вот, это тебе комплимент. Спасибо. Вот. Соответственно, я бы хотел тебе кое-что показать, я не знаю, а у тебя твой фиксик, он рядом, чтобы посмотреть, что тебе покажут? Можно мне помочь, пожалуйста? Да, ты мою веб-ку видишь? Твой фиксик, это мой фиксик такой уж. Не это Матвей, не фиксик, блядь. Чё, официант, готовы? А что надо объединить? Мою вебку. Ага, так, вот раз. Его вебку надо показать. А вот она. Да, да, да. Мне хавку просто нам принесли. Спасибо. А надо что-то подключить или все окей? Не-не-не, я тебе сейчас сам покажу. Ты просто мою вебку смотри. Как ты оценишь вот этого ребенка? Ой, блядь. Ну, тебе нравятся вообще дети? Красивый? Да. Это будущая наша коллаборация. Ну, мне так ИИ подсказывает. Да. Угу. Симпатично, да? Да. Ну вот, не упускай шанс, так сказать. Вот. Если что, могу тебе скинуть в ЛС, если ты мне напишешь. Сейчас, подожди. Я просто очень проголодался, если честно. Я понимаю, что этикет, все дела, но... Я обосрался. Девушка по этикету должна опаздывать на полчаса. Ну, понимаешь, а ты опоздал на час. Сейчас я... Подожди. Приятного аппетита. Спасибо. Сейчас. Как сладко ест, да? А ты что, не хаваешь? Да, пока не голодная. А, ну ладно. Не против, да? Нет, кушай. Спасибо. Бля, дошек захотелось, пиздец. Ну, в смысле, не Дашу, блядь, а вот этот. А никто забью, про подожди. Дашу ты не подумал? Ага. Если что, как раз поправлюсь понимаю. Пока. Вот, да. Какую нахуй Дашу, блядь, дошек? Я хочу доширак, блядь. Что-то с телевизором сейчас. Там должно было быть. Что-то... Ой, это если что, не мое видео. Секу. Короче, мне мама говорила, я с маме звонил, и она мне сказала совет. Я спросил, говорю, подскажи, пожалуйста, ну скинул тебя, твою фотографию, спросил, подскажи, пожалуйста, как мне, ну, лучше построить диалог. Мама все-таки опытная женщина. Вот, и она сказала, коль ебать так королеву, воровать так миллионы, а бустер миллионы не раздает. Поняла, типа, ты королева. Поняла? Ну ладно. Хорошо. Давай тогда я музыканта попрошу, пожалуйста. Давай. Я только что понял, что вообще подкаток Даши Дошек — это разъеб. Он просто в кадр не заходит. Помнишь, как она себя вела? На 50 хейтеров. Ну, она не сейчас, сейчас не будет себя так вести, если что. Блять. В натуре. Они что, вроде что-то сделали же с ней. Ой, пизду. Дай ему денег, пожалуйста. Не, пусть идет. Лучший саксофон, блядь, Тольятти 2004, пиздец. Не, она же Каша извини, была, или мы извини, что-то кого-то. Пошло не по плану. Я просто искал саксофониста, чтобы ты понимала, два дня. Это лучшее, что я нашел в Батуми. Вот. Окей. У меня еще есть для тебя одна штука. Стишок, стих я написал. Я буквально позавчера, мне кажется, наверное, до 5 утра не спал, и мне пришли несколько строчек в голову. Я их написал. Вот, и хотел бы тебе прочитать. Он как будто реально слышит, да. В хвосту самолета сидит. Слышишь звук? Как ты уже успокоилась, окей? Да, все хорошо. Да? Все. Просто я не знаю, ты такая молчаливая. Сейчас, секунду, мне стих тут. Сейчас. Секунду. Ага. Так. В общем-то. Длинный. Ну не, он короткий. Длинный у меня в другом месте. Так. Так странно. Длинная, что она прости. Друзья. Так странно просыпаться без тебя. Аж розы, погибая, вянут без воды. Эвелина, приди и полей, пожалуйста, цветы. Я бы поаплодировала, хорошо. Да, это я сам сочинил. Молодец. Вот, все, что придумал сам. Извини, стул защемил немножко. Вот. Это я не Сигма, если что, это правда. У меня просто стул хуёвый. Вот, Слава не даст пиздеть. 90 часов почти просидел на нем. Вот, видишь? Правда хуёвый. Вот. Мне знаешь, что нравится, когда ну, чего, время кончается. Конечно, это ещё интересного. Ты чат пишет скипать. А это знаешь, почему они пишут? Знаешь, а ты, у тебя какое мнение? А я чата прислушиваюсь. Я прислушиваюсь к чату. Да. А если они гадости пишут? Ну, значит... Что-то было не так. Не знаю. Хорошо. Давай, значит, так поступим. В это же время, через 2 года,
встречаемся на этом же сервере. Договорились? Договорились. По-любому придет. Давай. Пока. Представь, он через 2 года, блин. Бля, я требую сюда фиксика. Матвей, ты имеешь в виду? Ты понимаешь, как грустно будет? Он через 2 года придет, а тебя здесь не будет, он будет ждать. И он такой, all around me are familiar faces, worn out. Вдруг встретимся. Дерзко, удиви. Ты переоделся? Что это за Влад Кадони, блядь, с Алиэкспресс? Он должен был гадать, брат, но он карты проебал. Ёбаный. Поэтому все не по плану пошло. Или ты уже я, да, я того рот ебал, бля, вот это переодеваться. Я жду Равшана, нахуй. Мне, ну, ты хочешь с ним схлестнуться, да, за Луну? Ну, я как бы не буду во время его выступления подходить, я под конец зарешу, но чтобы он не уходил нихуя, потому что у нас есть разговорчик. Мне кажется, он засыт, бро, тебя, если честно. Да, блядь, он уже бегает от меня сколько. Ты понимаешь, что ты еще та пуська, бля, ебаная. Ну, а что делать? А кто дальше? Почему его нет? А, сейчас вот я... Ладно, не отвлекаю, обнял. Давай, давай. Давай. Как тебе, парень? Ну, честно? Скучно было, да, тебе? Как будто скучно, да. Да, да. Хочется больше динамики, да, какой-то тебе? Ну, уже была динамика. Так что... Ну, вообще, нормально. На самом деле... Эмоции есть. Да, так что это самое важное. Вообще, я как опять повторюсь, я очень жду Равшана. Что же он сделает, мне интересно. Как будто можно было просто одного его пригласить, и все. Да. Так, сейчас, секунду. Не Равшан, но тоже хорошо должно быть. Равшан у нас на самое сладкое, да? Последний будет. Да. Сейчас, секунду. Ну и чё, мы молчим? А когда... Подожди, а кто у нас? Ты не можешь сказать имя вот, хотя бы? Вот я... Вообще Диман должен быть. А, так Диман ничего не готовил. А вас слышно? А. А я знаю, мы специально спалились. Вообще Диман должен быть, ну, блядь. Блядь, я микрофон замутил. Ну и чё? А может ты нам что-то расскажешь? Вообще про себя, вот мы пока сидим, пока пауза. Да, расскажи, какие у тебя, может быть, критерии есть вообще к парню, и что хотелось бы. Да, алло, алло. О, все, мы съёбываемся. Так что ты съёбываешься? Я... Очень, очень вовремя. Так, да, ну спасибо. Ладно, пока, Диман, давай. Мне уже страшно. Пока, спасибо. А я ненадолго. Бля, сейчас такой пиздец будет, блядь, не, он так подготовился. Это просто вау будет, я тебе клянусь, вот, блядь. Вот я отвечаю, нет, я отвечаю, нет. Смотрите, вот всегда, когда говорят, будет пиздец, обычно привет. Привет. Луна, правильно? Да. Всё. Я правда не готовился, я, короче, начал... Такой писать, веселый цветочек, прям прикольный вайб, да? И у меня было буквально, я думал, что я буду последним выступать, минут, наверное, ну, еще 20, да? И Слава говорит, заходи сейчас. А у меня стихи, смотрю на бабочку, а вижу сиськи, блин, и все. Вот, понимаешь? Поэтому придется как-то по-другому все делать. А, так, нужно понимать, уровень шуток у нас почти любой может быть, кроме аудио ТТ, правильно? Аудио ТТ, блядь, это вообще... Все, понял. А, так, сейчас, поехали. Аудио ТТ. Луна, давай. А сколько ты обычно засыпаешь? Очень поздно. Ну, примерно, плюс-минус. Блядь, это ухмылочка ебаная. В 23:59 буду у тебя, минуты мне хватит. Окей? Окей. Все, договорились. Слушай, а просыпаешься во сколько? Спаюсь в 9. Ну, тогда я у тебя и останусь, потому что, в принципе, как раз и высплюсь. Вот. Еще мне говорили, что любишь путешествовать. Угу. Это правда? Какое, да, самое любимое, какое самое любимое место? Наверное, Бали. Он сказал, у меня сиськи. Старый ебан. Еще вот такой маленький вопросик. Ну, я тоже уверен, у тебя очень хорошо работает фантазия. Хорошо работает фантазия? Да. Представь на секунду, просто представь, что я твой парень. Угу. Представила? Да. Ну все, в 23:59 я буду у тебя. И все. Дело сделано, получается. Так, у меня еще были очень такие шутки, знаешь. Ну типа, ты реально космос? И знаешь, что есть в космосе? Что? Черные дыры, покажешь свою, вот. И... Но я ее думал, говорить или нет, и вроде мы с тобой разговорились, ты улыбалась, я думаю, улыбка идет, можно дать. Да, можно, можно, уже сказал. Вот. Можно еще дать, ебать, Диман! До слова не воробей, как говорится, вылетит, не поймаешь. Так, есть еще... Во, кстати, у тебя с креативом как? У тебя же YouTube-канал есть, да? Нет. Как нет? У тебя же нет. Шоу, по-моему, ты интервью берешь. Нет? Или я ошибаюсь? Я раньше давала... Ой, брала интервью, но на самом деле ушла. Я раньше давала!
На пушке будут брать интервью у Каши, или как его там зовут. Пушка, пушка. Поэтому я оттуда ушла, да. А туда, чтобы попасть, что нужно, кстати, чтобы на пушке быть? Ничего, просто харизматичным человеком надо быть. А я подхожу под это описание? Я думаю, да. О, все, тогда, ну, тогда возьмешь у меня там интервью. Опа. Это кто? Все. А, возьмешь у меня там тогда интервью, я буду готовиться. Ну, не как сегодня, естественно, не как сегодня. Ну, хорошо. Так, еще, кстати, что-то хотел сказать. А, вот. Смотри, у меня погоняло ликс, получается, да? Вот, L-I-K-S. Вот, угу. Можешь меня описать четырьмя словами, начинающими на эти буквы? Блин. Ну, вот так вот, первое, что в голову придет. Ликс. Да. Просто описать твой какие-нибудь какой-то, ну, как человек? Ну, по этим буквам, если давай. Можешь. Лучший, интересный, красивый. Сексуальный. Я так понимаю, сука, что шоу можно сворачивать. Я беру билет на Сапсан и едем. Вот. Луна, у меня все. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Я видел там какую-то минутку расстройства. Не расстраивайся, это все Твич. Не расстраивайся, это все вот то, про что Диман говорил, минутка вот как раз. Чатик у сердечка. И можете попросить сказать 37 в чат? Сейчас будет чат клоунов, смотри. Да, чат клоунов с самого начала. Ну, блин, тогда ладно, тогда не надо. Это мило, у тебя очень классная аудитория. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо тебе большое. Все, спасибо, хорошего вечера, и Равшан скоро будет, он уже звонил мне. Говорит, чего-то долгого было от него странно ожидать в его возрасте. Обычно, ну, в моем это возрасте, я говорю. А как ты думаешь, сколько ему лет? Приезжаю. Сколько ему лет? 28. Да, опа. Нет, говори как есть, ты опять пытаешься... Давай, я как есть. Клянусь, я, бать, не, слышно, я не знаю, бать. Я со всеми видел только нарезки. Слава, вот ты бля, говоришь по поводу... 28, прям чё? Слав, вот ты говоришь 28, ему 29. Мне вчера, нет, мы с ребятами сидели, с которыми я общаюсь уже очень давно, и не знали, сколько мне лет, они думали, что мне 28. А как думаешь, сколько Луне лет? Луне я знаю, я погуглил 23, и, ну, я все погуглил перед тем, как прийти. А что ты еще погуглил? Ну, я же должен знать человека, с которым мы будем ты встречаться. Ты погуглил фотографии? Нет. Фотографии не гуглил. Блин, мне просто заебал ТикТок, который, где фотограф тебя фотографирует. Ты там заебись, но фотограф заебал этот, вот серьезно. Постоянно вот эта фотка. Есть такое. Вот, да. А, мне 37, Лун, вот, поэтому 37 в чат. 37? Да, 37. Я вообще просто... не выглядишь на свой возраст. Тебе нравится мужчина? Тебе нравится мужчина постарше? Если честно, мне нравится, наоборот, помладше меня. Да, помладше тебя? Да, помладше тебя. А, то есть вообще меня. Такие, так они же сосунки. 20-летние? Такие молоденькие, прям такие, ну, они прям, ну, вот... анимешники, нет? Нет, нет, ну нет. Просто я никогда не общалась, вот, только первый раз с человеком, который старше меня, так. Первый раз в жизни ты общаешься с человеком? А, подожди, а твоя мама младше тебя? Нет, да, есть люди старше 23-го луна. Ну, вот так. Я Равшану 40. А ты знаешь, сколько Равшану? Ему 40. 40. Тогда он вообще, у него отличная генетика. Ну, генетика-то да, но тебе нравится помладше, ты говоришь. Ну, харизма может взять свое. А почему тебе, ты... вот, ты можешь как-то объяснить, почему тебе нравится помладше? Так это, мне кажется, такое предпочтение просто. Не, ну, да, может быть, есть какой-то... Либо у тебя не было опыта с тем, кто постарше. Ну, скорее всего, у меня не было опыта с кем, кому постарше лет. Вот это, извините, я немного волнуюсь. А я так... Я тоже, как только зашел в Дискорд. Диман уж покраснел весь. Диман, можешь, пожалуйста, нет, футболочку? Скинь футболочку, Дим. У меня... Что сделать? Скинь футболочку, Диман, покажи себе. Еще что скинуть? Дим, что там такого? Кинь пенис мне, пожалуйста. Не, ну я могу, Луна, вот. Тебе нравится, ну, такая колотушка, такая консервная баночка? Колотушки хорошие, прямо, рабочие. Вот. А... Что, Слав, все, можно... Вот, смайлик как раз в чате сейчас показывает. Все, можно, Слав, я на вокзал тогда, да? А, ну, Луна, я не... у меня 23:59. Вы будете час. Встречаться, Луна, 40, или посмотришь 40, еще 40. Мужчин? Я посмотрю еще. Спасибо большое. Ну, тогда я билет возвращаю. Хорошо, есть такая функция. Давай, возвращай. Он сэкономил, все, заебись. Давай. Давай. Это самый старый человек сейчас на Твиче вообще. Не, он харизматичный. Ну, это шутка, понятно. Да, он классный. Он веселый. Есть такое, что вот какой-то, да. Прям, знаешь, таким позитивом. Позитив, знаешь, да. Кому-то одуванчик зашел. Да. Есть, да. Такое. Я его видела. Кореш, да. Про него рассказывал. Ты, кстати, знал, что у него ни одного рейджа ты не найдешь вообще в интернете. Он стримит 8 лет, ты не найдешь ни одного рейджа, чтобы он сгорел. Он ни разу не психанул за всю жизнь. Да, вообще никогда. Однажды, знаешь, к нему сказали, то, что его квартиру затопило, он приехал через час, но он приехал просто на рукавниками. Нет. И все, он купался и смеялся, ему было очень весело. То есть он никогда не расстраивается. Да что ж такое опять?
Привет. Здорово. А ну-ка, нам надо пора разобраться. Я понял. Я, короче, прошел пикап-курсы эти сраные, они мне не помогли. Никому не рекомендую. Это первое. Второй момент. Если такая пошла игра, вот мои личные, смотри, для тебя писал лично. Я нахожусь на полях сражений бесконечно. Вот. И когда я смотрю на тебя, мне хочется плакать, потому что твоя пилотка напоминает мне о родине. Выкупила? Угу. Хорошо. Пошла следующая. Две еще есть. Давай. Что за теннисист с тобой пришел? И третья пошла. Вот, я третья немного пошла. Не выкупаю, но ладно, прости. Ничего страшного, ничего страшного. Мячики. Про сиськи нет, нет, нет. Угу. Нет, это про бустера было, он внизу, видишь, повязки теннисной. И третья. С тобой хочу почувствовать себя маленьким польским мальчиком и говорить «Бобр Курва». Бля, ну скипните Влада Кадони, что вот. Ты пиздец. И теперь ты послушай меня, ты послушай меня. Ты говоришь, что кто-то сливается с боя. Я готов с тобой в любое время, в любом месте, в любой час, раз на раз в VR. И последний вопрос к тебе серьезный. Лин, скажи, тебе усатый нравится или нет? Нет. Нет? Бля, я понял свою проблему. Давай, брейся, да. Секунду. Да, а брови слабо? А можешь что будет? А что будет? А что будет? Просто спрашиваю, слабо, не слабо. Не, мне не слабо, главная цель. Но волосы мне да, дороги мои. Да ты нет. Лысых. Подожди, я про брови. А, про брови. А как я тогда миллионы буду зарабатывать? Так вот именно, посмотри, нас смотрят 58 тысяч человек. Как они будут в шоке, если ты сейчас помимо усов сбреешь брови? Такое еще никто не делал. А давай, давай, без проблем, смотри. А, ну, если типа челлендж, окей. Вообще в легкую могу сделать. Вот у меня сейчас получается. Я что-то вахаю. А что происходит? Нет. Если не готов, просто скажи все. Нет. Просто она нажимает follow и могу ебануть. Мне на него подписаться надо? Да, тебе типа, если ты на него подпишешься. Все, ну конечно. Цель сбудется. Ой, а что ты такой гадкий? Ты там вот в комнате ожидания таким гадким не был. Реально, брат, ты чё? Был добряк. Что, блядь, за разбор? Я? Да. Давай, я обещаю, что подпишусь. Обязательно, вот я на стриме это говорю. Но делаю прямо сейчас. Мне просто интернет плохо ловит. Окей, смотри. Чтоб не было прямо. Прямо, чтоб не было, смотри. Это можно делать же? Что? Да. Смотри. Я не заставляла человека. Давай. Как ты же сказала сделать мне? Смотри. Ну не, он не станет. Смотри. Я думала, ты не станешь это делать. Ну ты на слабо берешь, когда ты мужика берешь на слабо. Я не брала на слабо, ты сам сказал, что я на тебя подпишу. Блядь, что вы... Смотри, смотри. Опа. Бля, охуенно, давайте, бабай. Ну все, это, если что, намазано. Молодец. Все, договорились. Все. Брат, разъемно вообще, это внезапные игры Габара реально начались. Давай. Ну не, я не люблю просто, когда меня на слабо, понял, ебашут. Да никто на слабо не брал. Не, вот это как, слабо, как? Нет, на лысо не буду. Мне просто волосы мои нравятся. На слабо, она же сказала, типа, на слабо, это что такое? Это разве не на слабо, на слабо? Я не помню, что такое говорю, но ладно. Спасибо за шоу, не расстраивайся, правда. Мне очень стало грустно, если честно, когда ты заплакала. Ну, я немножко охуел, очень расстроился, думаю, бля, все пошло не так. Спасибо но большое. Не обращай внимания на них. Спасибо, давай, спасибо ребят, что позвали. Ты хороший очень, я подпишусь, Да ладно, я оставь. Банк. Как кайф, вот сердце как велит. Она тоже тебе говорила про брови, да ладно, оставь. По итогу, блядь. Ну... Надеюсь, не каждый человек, который будет подключаться, больше не будет вспоминать. Мне кажется, я надеюсь, что теперь каждый человек, который будет подключаться, будет брить брови. Это вообще охуенно было бы. Прям пиздато. После него надо брить. Да, согласен. Ну что, следующий участник? Да, го. Давай. Все пишут, что сейчас Равшан будет. Нет, Равшан следующий. Блин, я красная. Этот, этому участнику я тоже пообещал, что я его возьму. Я надеюсь, все нормально будет. Я на медиафутболе ему пообещал. Ты залученный, брат. Ну, кто медиафутбол смотрит, возможно, знает. Не получается сейчас.
Не видно, да? Нет. Роналду, блядь. Не, реально знаете? Но оно, видимо, прогружает. Это из команды Азамата. Будет очень неприятненько, если не получится. Мусагалиева. Да, ты готовился? Не особо. Алло. Ты разочарована? Алло. Да нет, просто странно, что камера не работает. НН, точно. Ты не проверял? Точно. Алло. Ну, знаешь, в ожидании нормально. Слышно, батюшка, слышно вас есть что? Да я ебал. Че у меня выключилось? Что делать, Слава? Тимспик ебаный. А че, у тебя вебка не включается, брат? Блин, что-то нет. Слушай. Вот, сейчас видно. А, меня видно сейчас? Да, да. А, все, супер. Я думал, меня будет видно и самому себе. А кто это? Так, тебя Лина, да, зовут? А, это, брат, игрок там из медиафутбольной я команды. Алексей. Очень приятно. Какой ты на лайте, на спокойном. Это прикольно. Ну да. Да, 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 правильно. Тебе нравится вообще, как тебя там мужчины называют уменьшительно, ласкательно? Какими-то словами. Мне больше нравится, когда меня просто по имени. Мне этот чел, мне он сильно напомнил, знаешь, этот мем, помнишь, типа, который шепотом, попочку трахали. Из ТикТока, бля. Да, ну нет. Не очень, да? Анатолий. Слушай, у меня на самом деле тебе будет 70 условий. Нихуя. Это свидание и 69. Только скажи мне, это считается свиданием уже сейчас? А что-нибудь еще к ней на заготовке есть? Он так губу пожал. Должен выделиться больше всех. Больше всех, думаешь? Так, ладненько. Слушай, я там смотрел у тебя в Дискорде собачка. Ты любишь собачек? Это не мой Дискорд. Блин, ну собачек ты еще любишь? Ну, ты да. Супер. Жаль, что ты не собачка. Я бы тебе кинул палку. Может, несколько. Я в пизду его. Брат, что еще у нас сказали? Есть новенького? Давай. Как будто скип сказали. А, да? Она сказала скип? Ну, все только по-старенькому. Она сказала скип? Я не видел. Она просто... Знаешь, это не было слышно, возможно, опять не... Ты вообще любишь помогать людям? Вообще, да. Тем, да? Кто в этом нуждается, конечно. Да, вот смотри, просто ты бы не могла попросить свою, так сказать, межсисечную промежность, ну, не смотреть на меня, это очень как-то волнительно. Ну, правда. К сожалению, нет. Скип, 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 пусть скажет скип, если хочет скип. Не очень ты любишь помогать людям. Скип? Да. Слава! А, все. Yeah, давайте. Она сказала, да. Что-нибудь придумаем. У тебя опять не было слышно. Я просто, типа, в этот момент, когда ты говоришь, то есть, только по губам можно увидеть, а я опять не было слышно. Да, да, да. Ты просто, ты походу говоришь вот так, типа, пс-пс-скип. Я не знаю, почему люди приходят. Это очень странно, тем более я неделю дал, но сейчас будут люди, которые подготовились. Да, я надеюсь, очень на это надеюсь. Стримить, ножками болтать и просто говорить, я, ну, странно. Это странно, согласен. А ну, почему? Это, блядь, очень странно, согласен. Но я думаю, следующие... У меня была возможность просто вот так вот залететь на стрим. Я думаю, следующие люди... Надеюсь, блядь, они подготовились. Что ты сделала? Я бы максимально подготовилась, на максимум, чтобы... А ты умеешь импровизировать? Импровизировать? Скорее всего, нет. Я просто понимаю, насколько... Ну, представляю, я просто даже не знала, что у вас такой большой онлайн. Если бы я на тот момент понимала, будучи участником, я бы очень сильно подготовилась, потому что, ну, 56 тысяч человек или сколько там смотрят, это же невероятно. У вас невероятная активность. И как можно с телефона... О! Привет! Здравствуйте. Здравствуйте. Так, я теперь понял, какие мужчины нравятся. Я сразу увидел этот взгляд. Да. Руби. Ты слышал? Мы как вдвоем залетели, нет? Да, вот так. О, все. Здравствуйте. Че тут, смешно было у вас или нет? Вот так, все краю глаза посмотрели. Мы опять, слышь, как обычно, толпой. Алло. А, слышно? Да, да, да. Короче, суету заказывали, мы здесь. Тачки есть у вас? Подтянули составом. Red Bull, будешь?
Мальчики, подключайтесь, без вас скучно, давайте тоже. Лина, рассказывай, как тебе настроение, как дела? Я не помню. Отлично, у вас как дела? Это, а это я тоже не понимаю. Вообще супер. Да мы это, у него на хате, у него дома, я в гостях. Мы тебя увидели, настроение поднялось массово у всех, но... Маленького нету. Да, Равшан, а, Равшан больницу, у него, он руку сломал. Прикинь. Поэтому сегодня, короче, ну... Мы будем его заменять. И второй день. Реально? Конечно, его не заменить, но... Бля, ну нет. Как, я не так, знаю. Говорю, что это правда. Я не верю. Да почему не веришь? Да, это, наверное, типа, это игра. Ты расстроилась? Игра. Конечно. Можешь вообще рассказать, как те вот пацаны, которые были до нас всех? Да. Я надеюсь, это пиздец. Пацаны, извини, перебью. Слава, этот, Вадим, здорово, пацаны, как вы? Чего молчите? Все СВшники? Здорово, так в смысле вы зашли подкатывать? Вдвоем, как лошара, опять толпой. Не, мы можем с вами говорить, хотите? Мы, конечно, можем, брат. Это будет балаган, брат. А чё, эй, Равшан, руку сломал? Что случилось? Ивентури заказал, знаешь? Да, да. Бля, пиздец, что за тема будет? А ты подмоторный поменял? Подмоторный дома, брат. Какой нахуй подмоторный? У вас девушка сидит, да, долбоеба! Слав, ну ты же знаешь, мы не можем, если наш брат посмотрел взглядом, вот так кинул на Лину, мы не можем, блядь, не подкатывать. Надо один вопрос. Луна, ты тут? Да. Нужно просто вот нам проявление вот с твоей стороны уважения BMW или Mercedes. Да, надо понять. BMW, только BMW. Молодец! О, мужчина! Мужчина, ты молодец! Реально брат. Только BMW? Только BMW. Подожди, ты вчера выкладывал сториз же в гелике. Так это же не мой. Если бы у меня была возможность купить машину, я бы купила только BMW. Подожди, какую BMW ты купил? M8. Охуеть. 4-4, молодец. На, как раз M8, брат. На Караповича. А, у Равшана M8 хочет. Равшан, знаете, M8 берет? Да. Луна, какой цвет хочешь, да? Блин, мне очень нравится машина, как у Влада Куэртова. Вот, у него M8, она такая черная, матовая. Как он у него и хочет купить? На, черный мат или ёб твою. Каких тягов, бля. А чё, реально, Равшана не будет? Да, брат, он, короче, бежал к Лине на свидание, он уже оделся. Вот. Слушай, такой вопрос нужен. Он бежал с потусы и ебали сам. Да, короче, смотри, надо сейчас ответить, Лин. Лин, ты слышишь? Да. Как, Лина или Луна? Шутят или нет? Да можно. Я тоже не могу понять, шутят они, блядь. Старший пусть вопрос задаст. Не, давай ты, на. Не, давай ты, давай на камеру. Блядь, это... Уефа. Два долбоёба, да. Братья не набирают. Давай, не, давай ты. Не, ты давай. Ну ты проиграл, ты задавай вопрос. По-братски. Короче, Лина, смотри. По-братски. Вот представь ситуацию. Вот мы сидим втроём в машине, да, в М8. Вот смотри, вот. Не, в ресторане мы. Не, какой-то мы с тобой вдвоем. Я занят, не мешай, блядь. Брат, люди смотрят, стримлю. Вот. И короче, смотри, представь вот ситуацию. Мы, как бы вот, мы вчетвером, да? Я, ты, Равшан, Ренат. Ну, вообще нет. Равшан, ты, я и Ренат. Вот мы вчетвером, ну представь. Биба и Боба. Да, мы Биба и Боба. А кто Биба, кто Боба, брат? Я Боба. Давай. Я Лефан. А я Боба, мне похуй. Короче, слушай, вот ты представь ситуацию, представь, вот, например, ты с Равшаном, по идее, да, ну вот куда ты сядешь, вот у нас четырехместная машина, куда ты сядешь, если мы вчетвером все вместе? Нет, представь ситуацию, мы все идем к машине. Да, идем так к машине. Рав заводит машину. И он вот так делает. И она, да, и куда ты сядешь? И куда ты сядешь? Да, вот на вопрос этот. Если бы у меня были права, я села бы за руль и кого-нибудь... Не, Равшан за руль. Да, Равшан, например, за руль. Он с друзьями, то есть с нами. Ну, с нами. Хотя хуй знает, мы как бизнес-партнеры. Бизнес-партнеры. Вот. И как, куда бы ты села, вот зная то, что мы рядом? Бизнес-партнеры, блядь. А места нету больше, да? Да нет, блядь, я не говорю, что на коленке Красану. Нет, у тебя три варианта. Вперед или назад? Я, конечно, назад сяду. Три варианта, вперед или назад. На, похуй, короче, завтра. Где она живет? В Москве. Короче, смотри, мы сейчас со всем составом М3, М4, М5, М8, все, что есть. Вот эти все BMW, я рот ебал. Мы все собираем и выезжаем нахуй, свататься будем с Равшаном. Че ты смеешь себе, без шуток? Размер кольца нужен, раз. Размер кольца, раз. Туфли будет. Сколько на свадьбу людей придет? Да, знаешь, где-то 1000 будет минимум. Минимум, правильно. Их родственников зовут, ты своих, Равшан своих. А чья свадьба? Чья свадьба, блядь? В смысле, как ты? Луна и Равш. Так он не пришел, блядь. Не, похуй, мы решили за нас так. Запомни, пришло время. Потехи час. Да. Я ебал тебя в глаз.
Что сказал, да? Нормально рифма была? Да, охуенно было, похуй. Баба, о, брат, брат, надо было. А блядь, брата, девушка, бля, я сегодня выхлоп сделал. Бля, ебай, охуенно на МП. Да не понесу, не послушал пока. К тебе на стрим бежал, бля, буду. И вот к Луне. Короче, Луна, ты готова. Ну так, ну это предварительно скажи, да-да, нет, нет, а то сейчас Равшана. Мы сейчас Равшана с больницы нахуй вытащим, чтобы он к тебе приехал. Отвечаю. Ну вот когда приедет, уже будем решать. А? Подождите, стоп. Равшана реально в больнице или это постановка? Ну подожди, ну ты готова? Ну ты готова в целом, если они сейчас приедут? Нет, если ты готова, он может приехать, типа, ну по-быстрому. Райтяун просто скажи, да или да? Да или да? Подожди, если он готов, то почему он на стрим не явился, если он с больной рукой? Подожди, го-го, вода капает. Да или да? У нас сюрприз, ну портишь, скажи да, скажи да. Ну как я могу сказать да, если человек не явился на стрим? Скажи, сюрприз, ну портишь, брат. Да нервничаю. Не, попробуй, скажи, попробуй да, просто скажи. Скажи, ну. Скажи да уже! Мне сказать да? Да! Кому сказать да? Да. Не-не, 1-0 надо говорить. Фитик, выходи! Я твой ебал! На него умоляю. Мы вас оставляем. Бля, до свидания. Вы тоже просто будете не подслушивать, ну! Все, давайте это тет, давайте. На, Питю, забери. Ебать, он вырядился, я его никогда не видел в рубашке. Ты чё в рубашке, долбоёб, охуеть. Девочки, братьев не оскорбляют. Подожди. Я долбоёб, ты чё в рубашке? Садись, садись. Спасибо. Всё чётко, брат. Всё, давай. Давай. Всё, блин. Я, конечно, обычно так не говорю, но хочется сказать, бля. Ой, я шалель, бля. Короче, пробили, она М8 любит, брат. Розы, цветы, меты, кольцо, мальцо. Анальные затычки тоже. Давай, давай, делай. Давай. Это вкус добилось. Все, давай, не мешай, давай. Все, алло. Привет. Все, ах, давай. Давай, у меня щеки болят. Давай, 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 давай. Давай, брат. Фу, Лина, привет. Привет. Мы тебя так долго ждали. Честно, до этого момента не переживал, сейчас запереживал, представляешь? Да. Я тоже. У меня есть пару вопросов на самом деле. Я надеюсь, ты не ждала от меня, что сверхъестественно. Я просто очень хочу с тобой пообщаться. Да. Ну вот так. Хорошо? Да. Покажи маникюр. А, ты же видел? Ну покажи. Такой вот. Где камера? Я близко не могу. Это тот, который я сказал, да, сделать? Да, да. О, он, да, остался. Тебе, кстати, идет эта прическа, ты зря переживала, что да? На тебе не да. Ой-ой-ой. Смотри, у меня есть для тебя стих приготовленный. Честно, вот стих есть. Хочу тебе прочитать. И еще хочу, у меня есть пару вопросов, которые я хочу задать людям. Которые какого-то... Давай, давай, газуй. Газуй, делай. Каталова, брат. Сумка, брат. При девочке задней не имей, брат. Давай. Короче, где ты? Слышь, карлик накачивай. Вот так. Ой, это он не ей же сказал? Где? Я пришел, на самом деле, смотри, дерзко, знаешь, панч такой есть, который кроме как кричать, ничего не может, накачанный кусок кожи. Слышь ты, бля. Ты здесь? Все, карлик накачанный, бля. Послушай, ты до этого момента, ты там, чтобы рыпался на меня, хотел бой, вот сейчас, за то, что ты к Луне подошел на расстоянии монитора, я дам тебе бой, слышишь меня, ты? Кусок накачанный. Кусок кожи, ты меня слышишь? Ну давай, ёпта, ну, конечно, слышу. Ты что думаешь, давай, накачанный ты всё можешь? Бля, пацаны, давай, куда вы разогнались, давай, нахуй? Давай. Я один вам двоим на пищу, блядь. Давай, Чё ты, слышишь? Сука, две коробочки, 1.30 метра, нахуй. Саша, ебать, ковёр, самолёт мохнатый, блядь. Анатолий, я за Лину тебя смешаю с говном. Я тебя. Лина, ты, главное, не встревай, хорошо? Ты готов? Давай, давай, давай. Лысый. Я всегда готов, нахуй, в любой момент, брат. Ты пи***й, меня слышишь? Не перебивай меня, вонючка. А слушай, давай, долбоеба. Что, блядь? Ты первый, следом, Мафаня. А, ты первый, да. Мафаня каша, я понял? Я думал, охуеть, брат. Всё? Ну он ёбнулся, нахуй. Так, блядь, меня одного на тебя хватит, ты чё, ёпта? На кого хватит? Слушай, я вам фору дам в VR-бокс. Какая, блядь, фора в VR-бокс, нахуй. Готов ты, блядь? Ну, готов? Блядь, я всегда готов. Давай, короче, хоть сейчас, нахуй. Прямо сейчас запускаемся. Ты можешь сейчас запустить VR? У меня нет этих детских игрушек. Ну, ты загазуешь. Равшан, сними рубашку. Аккуратно, дом не сломал, слышишь? Ты думаешь,
Лин, смотри, он перекачанный, тебе нравится накачанный? Нет. Вот я не накачанный, я просто вот, ну, мужчина. Какой, бля? О, это что? Брат, вот. Блин. Брат, вот, а чё у тебя такая артерия черная в центре живота? Это дорога к Луне. К Луне. Вверх, взлет, понял? Здесь Луна. Сердце. У меня кого-то, слышишь, у меня кого-то. Ой, как мил. Что ты перекачанный? Луна, кто лучше? Скажи, кто лучше? Вот по телу, вот ты не дай. Что ты там можешь? Ну это неправильно будет на самом деле говорить. Ну похуй, потом... это твич, все нормально. Окей, Равшан, Равшан, конечно же. Понял, слышишь? То есть тебе нравится зимой в шубе ходить, правильно? Мою бабочку. Да что там твоя спина? Вот, брат, мужская спина, смотришь, внимательно. Вот, брат, ничего лишнего. На всяких таблетках качаются они целыми днями, а потом... Какие ходят. Таблетки, блядь, я головы пьешь. Да какие таблетки, слышишь? Все. Эй, уходи, ты меня, я нервничаю, слышишь, от тебя. Ты нервничаешь? То есть, ну, да. Ты, ну, даешь немножко заднюю, правильно? Слишком много ты к Луничу, слышишь, подходишь вообще, ну, не разговаривай с ней, пожалуйста. Да, а когда ты в Москве будешь? Ну, типа, примерно. Буду, подожди, неделя. Неделя? Вот, железобетонная неделя, ты в Москве, нахуй. И знаешь, где ты меня можешь встретить? Просто хуй на Луну забили. На свидание с Луной. О, ебать, ты так, сука, ошибаешься. Я приеду туда на CLS специально, нахуй. Ей не нравится Mercedes. Я на CLS 63-м туда заеду, маленький мой. Давай, это хорошо, я буду ждать, все. Ой, блядь. А можно я дальше продолжу? Да, конечно, мой маленький, я тебя люблю. Давай, 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 кожаный, давай. Ах ты, сучка, воздухан. Извини, пожалуйста. Бля, ты понял, я можно это так стоять по центру и лбами их разводить. Брат, я ничего не понимаю, чё. Попробуй выразительно. Я последний раз стихотворение читал 12 лет назад. Они же вдвоём 1.50 м, брат. Суммарно, причем и сложение. Синий роман, это Мафаня. Придумано Равшаном специально для Луны. Для Луны. Переживаю. Еще не царствует река, но синий лед она уж топит. Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. Через притворенную дверь ты сердцем шелестом тревожишь. Еще не любишь, но поверь, не полюбить уже не сможешь. Как же без... Да. Я переживаю. Лин, я, короче, последнее, что скажу, я тебя очень рад видеть. Ты очень классно выглядишь. Не слушай никого. Все, кто тебя здесь обижал, пройдут через меня. Через его постель. Хорошо? Просто да, наступит на него. Да. Я хочу, пройдут через меня. Я хочу с тобой пожарить блины. Да? Да. А с чем ты блины любишь? Я с нутеллой люблю. Вот. А ты умеешь жарить блины? Да, я все умею. Реально? Да, я с мясом люблю. Вот я буду с мясом тоже полюблю, если хочешь. Полюблю, бля, каблучара, бля. Я готов. Правда? Да, конечно. Я тебе помогу. Я тебе помогу. Да? Да. Как? Ну, вот... Как в фильмах, знаешь? Ну, рядом буду стоять и помогать. Хорошо. Все, до встречи. До встречи. Пока. Пока. Короче, понятно, тебе проще с тем, кого ты знаешь, да? А вначале ты очень закрытая. Ну, я на самом деле вся покраснела. Но это было мило, я вам так скажу. Прям мили-мили. Это прям было охуенно. А, ну что, должен был быть еще один гость. Я вышел с ТС уже. Да, да, да. Но у него понос. Возможно, когда-то вы еще пересечетесь, его зовут Марк Гвакамоле, он очень много ест и очень часто срет. И сегодня он сказал, что ему вообще хуево, он набухался, у него понос, типа, и он не может. Да. Верим. Да, но... То есть надо уже делать, подводить итоги, точнее. Да. Да, что тебе понравился? Могу сказать то, что, во-первых, ребята, мальчики... Короче, тебе дворфы понравились, да, я так понял? Кто? Дворфы. Кто это? Ну, наши шпалы две. Саби, две шпалы. Дерзкая и Равшан. Смотри, ты не знаешь, кто такие дворфы? Я же говорила, что я вообще не знаю никого. Ты не играла в линейку? Нет. Поиграй. Не, это больше этот World of Warcraft. Почему? А в линейке тоже есть же дворфы. Такие непонятные слова для меня. Ну, похуй, короче. Там гномы, да-да. Да-да, точно.
Да-да, извини, что мы там чуть по своей теме запустились. Моя... Все хорошо. Во-первых, хочу вам сказать огромное спасибо, что вы меня сюда, мальчики, пригласили. Мне очень приятно за такую возможность. Да спасибо, спасибо, пожалуйста, что пришла, как говорится. Вот. Чат, спасибо большое за то, что вы тоже здесь с нами присутствуете. Спасибо большое за поддержку в один момент. Я, на самом деле, хочу перед вами извиниться. Только в один момент, да? А, нет, ну... Извиняться перед нами. Да, перед нами. Ты что, вообще прикалываешься? Забей, вообще хуй. Это эмоции, все, это все нормально. У нас, допустим, Дмитрий Ликс каждый стрим плачет, блядь, от старости. Ну, там, конечно, другой чуть плачет. Такой уже. Беспомощности. Правда, очень, очень интересно было. Спасибо всем мальчикам, которые даже хоть как-то не так говорили, что в моем понимании казалось. Спасибо большое, что они тут присутствовали. Мне безумно понравились несколько претендентов, но, как пишет даже чат, я бы сказала то, что я бы из всех людей, конечно же, выбрала Равшана. Тут никак не крути, тут по-другому не бывает, по-другому то не есть, умеем. То есть это твой мужчина, да? Я думаю, что мы вот... Поколлаборируйте. А как, подожди, стоп, интересно, как это нельзя говорить? Что ты хотел сказать? Даже, что это, вот есть несколько слов, которые на Твиче нельзя говорить, и что из этого ты хотел сказать? Я к тому, что из всех людей надо же выбрать кого-то, да, вот да, я да, выбираю да. Равшана. А нельзя что говорить? Или что? Или это оно не, и было? Не-не-не, это оно и было. Вот. Ну, то есть Равшан твой мужчина? Я Равшана выбираю из всех. А из всех мужчин на свете? Ну мы с Равшаном в жизни не знакомы, мы просто подписаны друг на друга, иногда списываемся. Он тебе скидывает какие-то фотки посреди ночи, допустим, странные какие-то? Нет, он мне помогал с телевизором. А Windows он тебе не переустанавливал пока? А как он помогал с телевизором тебе? С установкой. А, типа как грузчик просто приехал? Подожди, ты же сказала, вы с ним не знакомы? Нет, я сказала, в жизни не знакомы, он мне так, на расстоянии даже помогал, потому что он не в Москве живет. Он такой, вилку в розетку вставили, вы заработали. Эту штуку, блядь, туда. Вставляй ее, блядь. Равшан, ты тут, брат? На, мне безусловно, Равшан, то есть большая любовь. Мне не понравился, больше всех, если смотри, респект. Не, ну да, с точки зрения контента, конечно. Да, здравствуйте. Деска, Равшан и Дмитрий Ликс просто потому, что он старый из уважения. Вообще, в целом, все ребята большие молодцы. Согласна. Кроме Каши или нет? Я, наверное, не... Если он действительно со зла это делал, то я не знаю, что можно сказать. Да нет, с какого зла? Да не, блядь, этот опять тут, бля, ты как вирус, ебаный, бля. Это вообще, есть ковид, это лысый вид, ебать, 19, причем 19, блядь, сантиметров, и я не прошли, наоборот. Ненавижу лысых, ненавижу лысых. Бля, пацаны, вы же понимаете, что я просто бы расхуярил вас один-двоих, нахуй. Не, ну ты куда прыгаешь, ты? Бля, пацаны. Пацаны, нахуй, пробудитесь, бля, из этого литургического сна, два долбоеба, нахуй. Слышишь, что, Демска, давай ты, у тебя удар слабже. Бля, веточки ебаные, бля. Ну, же удар. Вот это хорошо было. Бля, это настолько идеальная фраза была. Теперь вы подерете, Слава, по сути, выиграл. Ну, хорошо. Брат, я стулья не блюд, ну, не для мужика это. Ладно, давайте чуть-чуть по теме. Все-таки у вас подкаты, блядь, а не разбор двух девочек, блядь. Давай. Равшан, Луна тебя выбрала. Спасибо, это очень неожиданно, если обычно, по традиции нашего шоу, после этого идет свадьба. Реально? Да. Да. Да, я не знаю, Луну забыл предупредить, но похуй. Она каждый раз говорила, когда Равшан? Да. Примерно раз в 20. Да. Я хотел, ладно, не буду оправдываться. Я хотел сделать кое-что на машине, но машина на СТО. БМВ же. БМВ хуйня, да, брат? Нет. А почему ты ходишь в куртке Мерседес? Потому что гелик хочу. Бля. Ага. Вы мне почему-то напоминаете эту тему, как кунг-фу панда. Ты чисто панда, понял? А это Тай Лунг, нахуй, чел, пытался. А я богомол, блядь, понял? Этому просто свиток на голову упал, ебать. Просто закрой, блядь. Тай Лунг ебашит, сука. Он подкатил, по сути, 10 раз, понял, там пытается, блядь. Ничего страшного, на конференции пообщаемся, слышишь, ты дерзко. Давай. После с кем вы там пообщаться, блядь, долбоебы, нахуй. Слышь, ты успокойся. Сосудочки, ёбаны. Ой, ты чё, нахуй, два гномика, бля? Вы, сука, друг на друге стоять будете, как алхимик в доте, ебать. Я вас жопу трахал, блядь. Да убери ты нахуй, у тебя рука как моя, блядь, фаланга пальца одного, нахуй, ясен хуй, что они мышцы будут укомпонованы, блядь. На джойстик, иди в Mortal Kombat поиграй, на. Я тебе могу свой джойстик дать, но у меня по-другому выглядит, как от самолета, знаешь, что это такое, ручка? Так, а это я правильно понимаю, это сейчас борьба за Луну у Славы?
Я просто как кто-то начинает выебываться, мне нравится присоединиться и выебываться. Бля, ну знаете, вот если честно, как будто вот Раф, что с ней общался долгое время. Это зароляло, зароляло, да-да. 100% зароляло. Спроси у Луды, два пару смс-ок перекинулся и все. Нет, все равно, она мне не знает, типа, я какой-то лысый хуй вообще левый. Луна, а он кидал реально, ну, свой этот корнишон, корнеплод? Не рассказывай, не рассказывай. Не расскажу. Он обычно всегда так делает, я не знаю зачем. Я просто своему отцу дал его контакт, говорю, слышь, Равшан тебе передаст клавиатуру, блядь, и он ему хуй зачем-то скинул, я не знаю. Правильно, вот видишь, молодец она. Если бы я с ней пообщался, Равш, у тебя бы не было шансов, нахуй, я бы так ей подраскрылся, нахуй, в ЛС, ты бы охуел. Куда бы ты подраскрылся, блядь, пиксель, нахуй. Гномиков стоял бы возле двора, знаешь, что которые стоят в Америке? Да, 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 как этот садовый гном, вот так бы еще сделал, нахуй. Нахуй, блядь. Так, что, когда мой маленький? Я вот поеду вот скоро с Луной блинчик готовить буду, а чё? Да, заебись, договорились нахуй. Прям у вас в квартире заебашим этот стардаун, блядь. Ну, давай, обсуждаю на всякий. Блядь, дерзко будет, блядь, там желать его в VR, а Равшан уже на свидании будет, понимаешь? Говорит, я тебе в квартире заебашу, старый. Вот, а так мне очень приятно, Лу, что ты меня выбрала. Да. Я постараюсь оправдать твои надежды. Не знаю, но мало вероятно, что получится. Там посмотрим, как пойдет. Попробуй хотя бы не пердеть при женщине. Хорошо. Хотя бы. Но это уже достаточно, как будто, нет? Не, ну этот кожаный лысый, ну, вообще перебарщивает уже. Ты аж до ходячая, блядь. Ну, я думаю, ну, нет тут смысла на меня что-то пиздеть. Ну, просто не твой уровень. Смотри, слышишь, кстати, Луна смеется над шутками дерзко, Андрей, Равшана нет. Нет, я просто... Я смотрю, да, что она смотрит на Равшана и просто смеется. Нет, понял? Нет. Ебать, знаешь, как эта игрушка, которую молоточком хуярит, блин, вот так смотри, глиф. Что с тобой? Давай, раз на раз, еб. Равшан выебывает ростом. А у вас вес одинаковый, пацаны, примерно? Ровно на сантиметр выше него. Ровно сантиметр. У вас одинаковый вес примерно? У меня 80 килограмм. Не-не-не. Ну, плюс-минус одинаково. Давайте я вам бой сделаю, пацаны, хотите? 15 килограмм разница. Да, давай, не, реально, давай, без ропсов. Я просто... Мы летом делаем крупный турнир, прям пиздатый. По боям среди стримеров. Ну и типа, чтобы у вас... Ну вам надо типа одну весовую сделать. По боксу? Ну как хотите, бокс, ММА, все что... И, как... я... Можно по кокингу, типа там, блядь, плов нахуй. Можно по кокингу, блядь. Можем по кокингу. Смотри, у нас 15 килограмм разница, но если ты перестанешь употреблять химию, ты станешь как я, понял? Ну такая тема. Сука, я вообще... бы тебя просто, блядь. Не, ну ты Равш, ты можешь скинуть, брат, подсушиться просто. Я не хочу, ради чего? Ради кожаного вот этого? Ради хорошего денежного гонорара, брат. Тогда я очень сильно скину. Деньги. Ради BMW M8, бро. Ой, уже пошел скидывать, блядь. И просто и до боев полгода, блядь. Ради Лины, конечно же. Ладно, мы нет, короче... ты выиграешь и просто мне подаришь эту М8. О, хорошо. В принципе, так и все делают, нормально, да. Да, да. Да, хороший план. Ребятки, я хотел сказать огромное спасибо, что позвали, пригласили, там очень рад был поучаствовать, не буду отвлекать. Спасибо, что пришел, брат. Радчика. Люблю, а, давай, я тебя тоже люблю, но подпишись. Спасибо, брат. Ну, да, я тебя тоже перехуярю. Давай, вот. Луночка, ты прекрасная, желаю вам удачи, всего хорошего. Спасибо выбрала большое, свою любовь. Ты очень харизматичный. Спасибо большое, очень приятно. Так. Вадичка, давай. Папочка Твича. Давай, дерзко. Тоже папочка Твича, все, давайте. Не буду давай, давай, брат, давай. Давай, пока-пока. Давай, брат. Бля, ебать, он, конечно, лысый, бля, но такой нежный, бля, его в локоть ебал, гандон, бля. Ну, добрый, да, хороший, добрый. добряк, бля. Да, добряк. Жалко добряка, что его не его выбрали, конечно, но красавчик. Вот, я лечу в Москву, все, вот. Давай, брат. Линочка, увидимся. Ждем, ждем. Не расстраивайся из-за сегодняшнего дня. А можешь его тоже, типа, он Линочка, а ты ему Равшаночка? Равшанчик, скажи. Равшанчик, да-да-да. Не, назови меня грубо лучше, ну, чмо, вот так, мне нравится. Да. Скажи ему чмердяй, он любит прям, как его срут. Скажи спасибо, говно, блядь. Скажи спасибо, что пришел, ебаная мразь. Ты можешь говорить что угодно мне, главное не джамшут, умоляю. Это единственное, ну, из-за чего... Скажи ему джамшут, скажи джамшут. Не скажи, не говори. Скажи ему джамшут, скажи. Джамшут. Прояви сразу власть, прояви. Наступи ему сразу каблуком просто, знаешь, на его, на холку, блядь, его. Ты джамшуду, блядь. И он такой, да, я тут джамшут. Почему я вот так разговариваю? Хороший вопрос, блядь. Да. Ну что, ладно. Спасибо большое, Линочка, спасибо тебе большое.
Пока. Слава, пока. Давай, брат, спасибо, пока. Что пришел. Я уже расстроился, думал, ты все, блядь. Не, я обманку делал. Базар ноль. Я, кстати, до сих пор не понял. Я думал, ты из больницы прибежал. Я тоже покажу руку. Бустер лох. Как всегда, ну, как тёлка сбежал, нахуй. Человек. Хотя человек бы не шлюха. 40 лет. Было так, прикольно, ну если мы после каждого обзывательства должны были про маму говорить. Помнишь, как ты? Он такой, бустер лох, я такой... Я так не говорю про мамы кентов, блядь. Запретку сказал. Спасибо вам большое еще раз, мальчик. Давай. Да, спасибо, что пришла. Вам спасибо, что пригласили. Вам вообще самим стрим понравился? Да, охуенно все было. Я думаю, ну, там были моменты такие эмоциональные, ну, конечно, качельки. Грустно было, что много людей не готовилось. Да. Я вот тоже не понимаю, почему некоторые люди просто не могут запариться хотя бы по минимуму, блядь. Подожди, а у тебя все люди сами тебе писали? Все стримеры сами тебе писали? Да, практически все, брат. И еще за неделю, типа. То есть, как я заанонсировал. Вот, не, ну в любом случае прикольные были моменты.